Алло. Алло. Алло, алло, Роза, привет. Привет. Ты кто? А ты не помнишь? Ай, а что тебе запоминать? Зачем мне запоминать какого-то шлемазла? Ноль без палочки. Розочка, чем занимаешься? Чем занимаешься? Что отвлекает тебя? Не дам денег. Не проси. Я не просил, зачем мне деньги? Твои, по крайней мере. Зачем звонишь тогда? Что тебе надо опять? Да так, пообщаться. Мне интересно, что ты за человек на самом деле. Как так вышло, что сам обратилась? Я к вам обратилась. Зачем мне обращаться к какому-то шлемазлу? Зачем мне это надо? Кого куда? Зачем мне обращаться к какому-то шлемазлу? Я не понимаю тебя. А это понятно, что ты не понимаешь. Ай. Ты оставляла свои контакты ранее. Денежка интересовалась. Данил, да, Quantum System. Ты моей дочери звонил, кажется. Она тебя послала? Дочери? Да. Циля. А как дочка зовут? Циля — это не сноха, а дочка Рахиль. Она очень смеялась. Тебя плохо слышно. Ай, тебя тоже. Ты откуда звонишь? Вылези оттуда немедленно. С Москвы? Начинаешься. И где ты нашел в такой в Москве такую связь? Из какого подвала? Даже в метро у нас Wi-Fi в Москве. Ты хочешь сказать, все? Пониже подвала. Под метро мы сидим, на самом деле. Вот в метро, кстати, очень хороший Wi-Fi в Москве. Ты не в курсе? Что в московском метро бесплатный Wi-Fi. Так что завидуй молча. Роза, ты родом откуда? Более того, я тебе скажу, что в московских автобусах тоже бесплатный Wi-Fi. Так что завидуй дальше молча. В конце концов, если у тебя такая плохая связь, пойди в метро, поймай там Wi-Fi и говори нормально, как приличный человек, а не как шлемазл. Что у тебя там клюкает? Это плохая там связь. Поэтому тебе так плохо слышно, понимаешь? В этом-то и проблема. Наверное, нужно новый телефон купить. Ты вот каким пользуешься? Да. Еще раз. Найди нормальный Wi-Fi. Или дай мне нормальный. У тебя есть вообще городской номер? Или у тебя даже этого нет? Я тебе не дам номера. Не дашь? Зачем? Ну зачем? Ну тогда не давай. Я в принципе обойдусь. Чудесно. Так каким ты телефоном пользуешься? Хорошим. Насколько хорошим? Насколько очень хорошим. У меня есть знакомый. Это хорошая новость. У меня есть брат. У меня есть брат Давид. Так вот, Давид мне купил хороший телефон. Давид работает в IT-управлении, в IT-управлении Министерства обороны. И он знает, какой хороший телефон. Если что, позвони Дави Гоцману. А я к тебе разве обращалась? Ты что думаешь, я буду обращаться к таким шлемазлам? Зачем они мне нужны? Если ты не обращалась, наверное, бы я с тобой не связывался. Ай, ну если бы я знала, что мне будет звонить такой шлемазл, я бы, конечно, бы на нее обращалась. Но я, честно говоря, не помню вашего своего обращения к вам. Я помню, я обращалась в приличную компанию. А мне звонит неприличная компания.
Шпа? Шлемазл, да. Зачем мне звонить? Как ты говорила, Шлемазл? Шлемазл, да. Могу еще сказать поц. А почему это я Шлемазл? Потому что Шлемазл. Потому что нормальные люди так не разговаривают. Так говорят только шлемазлы. Как так? Так. Как так? Вот как ты, говорят только шлемазлы. Ты иди или научись разговаривать как человек, или тогда зачем ты мне звонишь? Мне шлемазлы не нужны. У нас есть собственные шлемазлы. Как я говорю? Как шлемазлы. Я говорю, как так я говорю? Ты можешь меня услышать? А ты себя послушай. Ты маленькая девочка, правильно? Ты себя послушай и поймешь. И послушай, как говорят нормальные люди. Сравни свою ячь с ячью нормальных людей. Не надо ничего говорить, слушай. Ой, зачем тебе операцию для горла? Сделай лучше операцию на другом месте. Потому что у тебя сквозной проход от горла в другое место, в анальное отверстие. Сделай операцию там, тебе не будет сквозить в горло. Зашей там себе что-нибудь. Зашей, о, пропал. Да, любят они. Тетя Роза звонят, пытаются троллить. Они думают, что переговорить тетю Розу — это реально. Хм, смешные. Алло. Алло, Роза, здравствуйте. Здравствуйте. Роза, меня зовут Дарья. Я касательно вашей регистрации звоню на дополнительный доход. Оставляли заявку, верно? Да, оставляла. Угу. Хорошо, Роза, вы мне скажите, с какой информацией уже успели ознакомиться сами? И с какой информацией я должна ознакомиться была? Ну, когда вы регистрацию проходили, вам была предоставлена теоретическая информация для ознакомления. Где? Там ничего не было. Вы мне какой-то, значит, другой регистрацию подсунули, неправильную. Я поняла. Смотрите, в любом случае вы пришли сюда за заработком, правильно? Сюда это куда? Как бы там не было. Куда это сюда, это куда? Мы работаем при поддержке «Газпрома», инвестиционный проект. Какой проект? За этим пришли, за деньгами. Инвестиционный проект, Роза. Какой проект? Вам плохо меня слышно? Инвестиционный проект при поддержке «Газпрома». Понятно. «Газпром» вас поддерживает. А кого он поддерживает? Как называется ваша организация? «Газпром Инвест Холдинг». А, ну хорошо. «Газпром Инвест Холдинг». Ну, слушаю вас. Роза, давайте, пожалуйста, снизим уровень давления в нашем разговоре, потому что я звоню не для того, чтобы выслушивать это, а для того, чтобы вас ознакомить и помочь вам заработать. Ну, хорошо, ознакомливайте. Ознакомливайте, я же только этого и жду. Да, только вы мне скажите сами, что-то в сфере инвестиций раньше слышали. Конечно, или нет? Конечно, мы всегда во все инвестируем. Старый Иосиф Хромой на рынке инвестировал в спички, а потом в крышки для банок. Да? А бабушка Ебека инвестировала в золото и прятала его в подвале. Это ну, хорошие это инвестиции. Ну, да. Так это вы, получается, как? В какой-то сфере даже коллега наша. Конечно. Мы все всегда во все инвестируем. Сейчас вот, хорошо инвестировать, конечно, в лук сивок, потому что все будут выращивать лук, его сейчас нет в продаже, и Хромой Иосиф сказал, что надо инвестировать в лук сивок. Ну, слушайте, я вам так скажу, это, конечно, хорошо, что вы ищете для себя источники дохода, но, давайте честно, все-таки инвестировать лучше в то, что сейчас актуально, лучше в то, что сейчас растет. А что сейчас растет в цене? Сейчас растет в цене цены на рыбу. Что еще растет в цене? Сейчас растет... А нет, огурцы сейчас уже падают. А вот цены на рыбу действительно растут. А еще цены на навоз растут, да. Да, правильно. Но я вам так скажу. Лучше торговать тем, что добывается и продается на ежедневной основе. Согласитесь, тот же газ, нефть – это достояние нашей страны. Вы не согласны с этим? Прекрасно, очень хорошее достояние. Я его куплю. Сколько стоит?
Роза, подождите, я хочу вам объяснить сферу немножко, потом будете покупать. Хорошо. Вам же нужно понимание, правильно? Правильно. Я хочу, чтобы у вас были знания. Вот, хорошо. Смотрите, я звоню, чтобы детально вас ознакомить, помочь сегодня уже приступить к заработку. Не переживайте за свою неопытность, в любом случае предоставляется вам специалист. Каждому нашему новичку. Вы, главное, его слушайте, и у вас все получится, я думаю. Моя задача только помочь вам разобраться и зарегистрировать ваш счет. Я не переживаю. Вы с какой вообще сферой, когда мы обратились? Я не переживаю ни за что. И мне не нужен ваш специалист, у меня есть хромой Йосиф. Он прекрасно разбирается, что покупать, а что продавать. Вы знаете, самый большой бизнес, самый большой гешефт он делал на спичках и на крышках для банок. Да. Он да. Все но прекрасно в вашем разбирается. Случае вы будете торговать на активах. Каких активов? Давайте разбираться не давайте. Только в этом. Хорошо, давайте. Давайте. Активы, состояние страны, я еще раз вам говорю, газ, нефть, драгоценные металлы, все это растет в цене на ежедневной основе, вы можете на этом зарабатывать. Прекрасно. На этой разнице в цене. Хорошо, как мы будем это делать? В приложении непосредственно. Вы открываете свой торговый счет. Да, то есть, так как все-таки сфера инвестирования, может, вы уже думали о каком-то стартовом капитале, с чего бы хотели начинать покупать, продавать? Я не знаю, что мы будем покупать. Я, когда вы мне скажете, что мы будем покупать, я скажу, сколько на это нужно я денег. Я же сказала, вы будете торговать такими активами, как вот драгоценные металлы, газ, нефть, все достояния нашей страны. Хорошо, кроме сколько этого, стоит валютные пары. Сколько стоит килограмм золота? Смотрите, это все у вас будет указано в котировках, в новостях, в приложении, ну которое мы вам установим. Когда узнаем, сколько килограмм золота стоит, тогда мы будем знать, сколько нужно денег для этого. Смотрите, я вам так скажу. В любом случае, я как новичку вам не рекомендую начинать с больших сумм. Если вам вот конкретно золото нужно, за грамм это сейчас 75-80 в долларах. $75 за грамм золота, да? Ну хорошо, да. Давайте купим... 100 грамм. Смотрите, давайте начнем сначала, Рос. Вы для начала должны создать свой счет. Ну, управление будет у вас под контролем. Это будет ваш личный счет. Но вы будете с аналитиком связываться в WhatsApp или там в Skype для того, чтобы держать связь, и в дальнейшем он вам давал хорошие торговые сигналы, на которых вы можете зарабатывать, Рос. Пожалуйста, ну, услышьте меня. Только я хочу поняла. Чего немножко о вас знать? Вы мне скажите, сколько вам полных лет для начала? 58. 58. Замечательный возраст начинать для себя новое, скажем, открывать. Только, кроме этого, конечно, немаловажно, какое у вас гражданство? Российской Федерации. Ну, ранее двойных, тройных вы не имели, правильно? Не имела. Замечательно. Не поймите неправильно, эти вопросы они по регламенту компании задаются. Ай, ну потому хорошо, что мы не со всеми работаем. Ну, конечно, кроме а с кем этого, вы не работаете? Кроме... Еще раз. А вы с кем не работаете? Кем я работаю? Нет, вы говорите, не со всеми работаете. А с кем вы не работаете? Да. Резидентами нашей страны, с несовершеннолетними людьми. Uh-huh. Также мне интересно все-таки, какие у вас отношения с банками, так как мы с банковской структурой работаем напрямую, хорошие. Являемся государственным проектом в рамках закона исключительно. У меня хорошие то отношения. То есть аресты, почтам, банкротство, вас обошли стороной. Конечно. Все, поняла. Слушайте, у вас такой акцент интересный, вы откуда? Из Бирюлёва. Откуда? Из Бирюлёва. А из Бирюлёва, я поняла. Хорошо, Рос, замечательно. Значит, смотрите, телефоном своим хорошо пользуетесь? Ну, если будет плохо, я позову Зяму. Кого? Зяму, это мой племянник Зяма. Зяма хороший программист. Он Зяма у него имя, слышите? Зяма. Да, вот Зяма, Зиновий, Зяма.
Он хороший программист, он мне поможет, если что. У меня такое ощущение, что у вас еврейские... У меня полное ощущение, что у вас какие-то еврейские корни есть. Совершенно верно. Ну, а всю жизнь прожили все равно в России. Как понимаю? Ну, конечно. Что, правоверный еврей не может жить в России? Да. Да, давайте. Что-что? Давайте, давайте. Что вы говорите? Вы говорите, давайте розы. Приступать давайте. Хотите уже к работе сегодня? Давайте приступать к работе, да. Давайте приступать к работе. Хорошо, вы мне скажите, у вас WhatsApp по этому номеру телефона или по-другому? Поэтому. Поэтому. Сейчас я вам напишу, все покажу, как будет выглядеть торговое приложение ваше. Потом технический отдел компании вам подключит, синхронизирует, вернее, с приложением именно для торговли. Поняли? Поняла, да. А где будет этот торговый, вы говорите? Мы будем счет открывать где-то? Да. А где? Вы его сами открываете, вы точно так же, как и счет в банке вы открывали. На платформе с выходом на биржу при Газпромбанке. Я сейчас вам все покажу. А, так это будет счет в Газпромбанке? Нет, это инвестиционный счет, да, то есть при поддержке Газпромбанка. Я спрашиваю, где он будет. Если мы говорим про счет в Газпромбанке, то у него нету инвестиционный. Хорошо, а где будет счет? Да, в Газпромбанке. Сейчас я вам все покажу, Роза. А в Газпромбанке будет счет, прекрасно, хорошо. Да. Сейчас я вам все покажу, более наглядно. А вы мне скажите, вообще когда-либо там продавали, может, валюту в обменниках? Часто бываете? Ой, зачем мне обменники? У нас есть хромой Иосиф на рынке. Он все поменяет. Угу, понятно. Но сама суть, вы понимаете, как они работают? Кто вы они? Вы приходите туда, даете кассиру рубль, он вам меняет там доллар. Ну, конечно, хромой Иосиф. Роз, еще один... Так и делает, да. Роз, еще один вопрос. Вопрос. Вы с какой целью к нам обратились? На что хотите заработать? Ой... Я хочу заработать на помощь моему сыну Моне. Он сейчас в Америке, он там очень бедствует, потому что он сбежал. Старый Герчик говорит, что его дочь старого Герчика родила своих мальчиков Изю и Рому от него. А Моня говорит, что он этой, даже не приближался к этой дочке старого Герчика, потому что она страшна, как смерть. Но Герчик считает, что Моня отец этих мальчиков и хочет, чтобы Моня платил алименты. А Моня уехал в Америку, и там сейчас он сильно бедствует. Да что вы говорите? Да. Мы а Моня деньги. Не отец, получается? Ой, он говорит, что не отец. А ДНК вы делали? Вот, на это нужна $1000. 100 000 рублей почти. Заработаем, значит. Хорошо, да. Вот хотя бы будет наглядный пример, почему он не должен алименты платить, понимаете? Это важно, да. Чтобы Мони не платил алименты, надо сделать две ДНК на мальчиков Изю и Рому. А потом засунуть это ДНК старому Герчику в его, извиняюсь, тухос. Угу. Напомните, пожалуйста, еще раз, в каком городе в нашей необъятной стране вы живете? Бирюлево, это Москва. О, Бирюлево, все, поняла. Вы меня извините, я просто не услышала сразу. Хорошо, значит, Роза, что мы с вами сейчас делаем? Быстренько все наглядно показываю, открываете счет, пополняете, допустим, минимальную сумму, с которой вы хотели начинать пробовать себя. Аналитик вас берет в свое сопровождение, технический отдел поможет настроить все возможные приложения для торговли, и вы можете этому бизнесу на ежедневной основе уделять 20 минут времени. Для вас это хороший результат? Вы бы могли столько времени уделять заработку? Найдем. Найдете. А кем вы работаете, Роз? Я помогаю своему мужу. Мой муж портной. Я ему помогаю. У нас семейный бизнес. А у вас бизнес небольшой?
Да, небольшой бизнес. Раньше Моня закупал фюзелин и фурнитуру, но сейчас он сбежал в Америку, и это приходится делать мне. А у меня, понимаете, возраст, печень, почки, селезенка, и весь этот ливер я лечу уже 6-й год, а они все врачи говорят, что Роза, ты здорова как бык, но я же знаю, что они врут. Ну да, есть такая еще штука, как вот самоощущение. Если вы чувствуете по себе, что что-то не так, то нужно выяснять это, правильно? Конечно, но они говорят, Роза, ты здорова как бык. Анализы сдавать. Вот они говорят, что анализы показывают, Роза, что ты здорова как бык. Но я же знаю, что у меня печень, почки и селезенка. Даже так? Слушайте, а вы анализы какие сдавали? Все? Ну, все, какие назначили. И на реакцию Вассермана тоже. Вам на гормоны поздавать надо еще. Ай, хорошо, поздаю на гормоны. Угу, поняла. Хорошо, давайте так, вы мне скажите, у вас WhatsApp по этому номеру телефона, напомните? По этому. А, я вам сейчас напишу добрый день. Вы запомнили, как меня зовут, Роза? Сейчас вспомним. Так. Не вспомните, я могу сказать. Меня Дарья зовут, чтобы пока вы меня ничего, не перепутали. Пока ничего не пришло. Сейчас исправляю, секундочку, Рот. Еще такой момент, что вы все-таки по итогу вашего заработка будете делиться с вашим аналитиком, да, уже тем, что заработаете в компании. То есть непосредственно заработали вы те же 50 тысяч рублей за месяц, вывели себе на карту банка, значит, 20% с этой суммы вы отдаете аналитику за его работу, за его торговые сети. Сколько? Вы сами как считаете, это справедливый процент или мы много просим? Грабеж. 20%. Это грабеж. 50 тысяч, допустим. Это грабеж. Ну, слушайте, все-таки 80% работы он будет делать за вас, так как он в этой сфере очень хорошо разбирается. Ой, не надо. Это все равно, чтобы вы делали за кого-то работу. Я не буду платить 20%, потому что хромой Иосиф за свои коммерческие советы берет 4,5%. Угу. Это же не советы. Это наставничество. Он вас еще и обучать будет. А ну, чему вот, смотрите, меня обучать? Мне не нужно обучать. Я сама прекрасно обучусь, если мне понадобится. Ну а вы что можете сделать? Вы что, умеете делать технический фундаментальный анализ рынка? Я не собираюсь это делать. Мне нужно, как у Иосифа, что купить и что продать. Все. Больше мне ничего не нужно от вашего... Так, вам же об этом будут говорить, кто, ну, кто владеет информацией, тот владеет миром. И он хочет 20%? Это грабеж. Именно поэтому. Так а почему грабеж? Ну потому что Иосиф за свои советы... Иосиф за свои советы берет 4,5. Я лучше буду инвестировать с Иосифом дальше. Смотрите, я не знаю, кто такой Иосиф. Хромой Иосиф, он работает сапожником у нас на рынке. У этого нет ограничений. Прекрасно. Он работает сапожником у нас на рынке. Хромой Иосиф работает сапожником у нас на рынке. А и что вы знаете, я еще могу позвонить в Турцию Науму Губинчику. Он очень хороший финансист. Он украл кассу одесского пароходства и сбежал на сухогрузе в Турцию. Его так и не нашли, но он таки появился год назад и дает тоже полезные советы из Турции. Так что мне не нужен ваш аналитик за 20%. Это не у меня, это у Наума Губинчика. И представляете, как он... Почему? Потому что он украл кассу одесского пароходства и сказал, что... А если вы каждый день... если вы будете каждый день зарабатывать здесь по 1000, по 1500, благодаря аналитику и его торговым сигналам, неужели 20% это такой уже и грабеж? Конечно, грабеж. Потому что 4,5% берет хромой Иосиф у нас на рынке, а с Наумом Рубинчиком я могу договориться даже за 5%. А сколько вы с этого зарабатываете? Сколько вы с этого имеете? Я имею с этого хорошо, но мне нужно больше. Мы когда продавали крышки... Ну неужели вы с этого имеете там... Мы когда продавали крышки по совету хромого Иосифа... Хорошо, вы мне...
мы тогда заработали, открыли с ней бы мафию, чем свою мастерскую. Давайте так, давайте мы с вами более детально во всем. Хорошо. Я поняла. Давайте мы с вами более детально разберемся во всем. Сейчас я вам напишу в WhatsApp. Смотрите, дошло вам мое сообщение или да, нет? Да, дошло. И будем уже более детально обо всем говорить. Ну, хорошо, наглядно. Давайте. Нет, ответьте мне, пожалуйста, привет или смайлик спросите. Да, сейчас. Вот прямо сейчас, не отключаясь, пишите да, мне да, привет. Да, 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 сейчас. Сейчас, одну момент. Вы же в WhatsApp сейчас? Да. Сейчас. Сейчас. Хорошо. Так. Да. Все, отправила вам. Да, вижу улыбающийся смайлик. Замечательно. Сейчас я вас набираю в WhatsApp и спустя 15 секунд. Ожидайте. Хорошо. Да, будет набирать в WhatsApp. Значит, захочет, скорее всего, демонстрацию экрана. Ну, продемонстрируем ей на абсолютно пустом телефоне. Алло. Да, Роза, слышите меня хорошо? Слышу хорошо. Все, замечательно. Давайте с вами разбираться. В целом, я вам во всем помогу, проведу экскурсию по функционалу торгового счета. Да, то есть, но делать вы будете все сами. Ну, хорошо, хорошо. То есть, смотрите, для того, чтобы во избежание ошибки, да, все-таки с вашей стороны, непосредственно сделаем с вами сейчас демонстрацию экрана. Знаете, как ее делать? Умеете? Ой, а где ее искать? Смотрите, я вам сейчас делаю запрос на видеозвоночек, а вы его принимаете. Потяните трубочку вверх, я буду видеть себя, вы будете видеть себя, соответственно. Да, вижу. Так. Картинку видите мою? Вижу. На экране перед вижу. Собой. Да. На картинку аккуратно нажимаете один раз, и снизу у вас появляется панелька серая и символы на ней. Видите? Вижу, появилось? Да. Я знаю, да. Начать демонстрацию экрана у меня вылезло. У вас какой-то опыт был в инвестициях, вы мне скажите? Нет, я же ну, говорю. Вот именно так. С вами инвестиций опыт не было. Мы покупали крышки. Крышки для банок, ясно. Жестяные крышки для банок в сезон, они очень хорошо идут. Они тогда принесли большие деньги, и мы с Лейбом Марковичем открыли мастерскую по пошиву костюмов. Понятно. Да. Замечательно. Значит, смотрите, сейчас заходите обратно в нашу с вами переписку. Хорошо. То есть, да, вам нужно выйти назад, знаете, вот стрелочка назад у вас должна быть. Да, я зашла. Так, секунду. Вот, замечательно. Вы очень хорошо справляетесь со своим вот телефоном. А, это меня Зяма научил. О, супер вообще. У вас такой заботливый внук или кто он вам? Он племянник. Племянник, вообще замечательно. Нажимайте регистрация, у вас там эта платформа с выходом на биржу. Работает по системе СБП. Знаете, что это такое? Работает? Роз. Да, работает по системе СБП. Хорошо, я поняла. Да. Пользовались такой когда-то? Система СБП? Да. Ну да, естественно. Ну, система быстрых платежей. Для того, чтобы вы могли в кратчайшие сроки, быстро, без комиссии, пополнить свой счет. И с этой суммы уже торговать начинать. Ну, хорошо. Сегодня с аналитиком. Ну, хорошо. Давайте пополним. Значит, смотри. Так, все, пароль. Вы себе пароль придумываете от 4 до 8 цифр. Какая-то знаменательная дата может быть у вас. Мне хорошо. А вы мне скажите вообще, картами какого банка пользуетесь? Кому доверяете? У меня есть как раз Газпромбанк. Вы эти цифры надо заводить, пароль. Смотрите, могут быть и буквы, но цифры должны быть обязательно. Ой, он не принимает. Так, буквы... Нет, должны... смотрите, не принимает, он не принимает, потому что у вас есть еще ниже строка «Повторить пароль». Подождите, он даже, этот, таким образом. Он даже этот не цифры. Принимает. Вводите цифры, цифры должны быть обязательно в пароле вашем. Хорошо, ввела. Так, повторите пароль. Повторяем пароль. Да, и потом... Если совпадет пароль, то хорошо. В принципе все пройдет.
Да, должно пройти, да. Так, значит, смотрите, спускайтесь в самый низ, у вас там кнопка «Зарегистрироваться» есть. Оно не спускается, но сейчас попробуем. А, вот, всё. «Зарегистрироваться». Ой, почта существует, это кто ж такой шлемазл? Ну, хорошо. А вы стираете вот это вот до Yahoo, угу. До собачки, вытираете все? Угу, я то поняла, есть, поняла, до... да. Я поняла. Окей, я другую заведу. Я заведу другую почту. Хорошо. Да, и зарегистрироваться. А, все, зарегистрировалась, да. Вот, вы мне скажите, Рос, вы сами понимаете, почему у вас баланс именно в долларах? А почему у меня баланс в долларах? Потому что вы будете работать на мировом финансовом рынке, то есть у вас все сделки будут происходить в долларах, но когда вы себе снимаете на карту банка, вам приходят рубли. Зачем мне? Золото можно купить и за рубли. Зачем мне конвертировать валюту, если золото можно купить за рубли? На мировом финансовом рынке вы торгуете исключительно в долларах. Это выгоднее, нежели вы просто будете на нашем русском торговать. У вас будет... скажем так, доступ к мировым активам, понимаете? Но мне нужно к золото. Акциям крупных компаний. Я могу купить золото на русском рынке? Смотрите, вы это будете все обсуждать с аналитиком, но ну в любом хорошо. Случае счет у вас будет долларовый. Был когда-то у вас вообще долларовый счет? Ну, карта дебетовая, может, долларовая? Ну, конечно. Смотрите. Кто там звенит Рос, ключами? Сейчас, он забыл ключи от двери и не может войти? Вы знаете, я вам рекомендую мастера Либерзона, он вам починит замок. Хорошо, спасибо большое, пожалуйста. Я учту, Рос. Вы мне только еще раз напомните, у вас гражданство только Российской Федерации, ранее двойных не было? Только Российской Федерации. Все, поняла, очень рада слышать. Давайте так, смотрите, я вам сейчас покажу, как вы в дальнейшем, уже сегодня, когда заработаете первые деньги с аналитиком, будете выводить их себе на карту банка. Посмотрим, ознакомимся. Ну, давайте посмотрим потом. Я найду карту. Где тут карта? Смотрите, вы, если хотите пополнить счет, то там должна быть у вас сумма минимум $100. Это ну, указанная хорошо. Сумма Центральным банком России. Вы с нее будете торговать тестовый период, 2-3 дня. Поняли? Что, мне будет какой-то центральный банк указывать, что мне пополнять? Нет, нет, нет. Нет, ну, так уж получилось, что не мы эти с вами правила придумываем. Как? А кто придумал, правила? Что надо пополнять на $100? Это указанная цифра Центрального банка России. Какой-то центральный банк будет мне указывать еще? Вы я мне тогда, скажите, пожалуйста. Я вы тогда сейчас открою счет в Тинькофф. Там в Тинькофф говорят, 10 рублей можно начать, с 10 рублей. Почему Центробанк не указывает что... Тинькову и указывает вам? Смотрите, я вам объясню, если вы меня выслушаете, я вам объясню. В силу того, что с 10 рублей вы здесь ничего не заработаете, а этот бизнес здесь устроен таким образом, что вы можете зарабатывать ежедневно 1500 рублей. Понимаете, чем больше оборот на вашем счету, тем больше вы можете заработать. Так это все устроено. То есть это тот бизнес, который вам принесет колоссальные возможности. А почему у Тинькова с 10 рублей, а у вас со $100? Со $100? В силу да. того, что все-таки я вам уже объясняла, да, вы не можете ничего заработать с 10 рублей. Это другой вопрос. Компания так устроена, что мы с вами находимся в одной лодке. Если Тиньков предлагает пополнить счет, открыть счет с 10 рублей, значит, Тиньков может заработать и с 10 рублей, а вы не можете. Я лучше Потому тогда открою счет с Тиньков. Эти деньги не находятся, вы понимаете, вы меня послушайте, эти деньги не находятся в обороте у Тинькова вашего. Ну хорошо. Пусть находятся. Деньги находятся у вас в обороте. Да ради бога, пусть они находятся в обороте, но если Тиньков может заработать с 10 рублей, брокеры. Если Тиньков может заработать с 10 рублей, то тогда я лучше буду работать с Тиньков. Ну, если вы хотите заработать здесь действительно хорошие деньги, то зарабатывайте, это ваш счет, с чем я могу помочь. Ну, хорошо. И вы пришли сюда зарабатывать или 10 рублей зарабатывать? Ну, или вы нормальные суммы пришли сюда зарабатывать? Я хочу Давайте понять, честно, я хочу понять, почему Тиньков умеет зарабатывать с 10 рублей, а вы нет.
потому что эти деньги не находятся в обороте у Тинькова. Прекрасно. Вот тем более, что вам же там подарочные даются, правильно? И подарочные даются, а вы не даете подарочные. Вы их не можете вывести, эти да подарочные. Да хорошо, не важно. До тех пор, пока вы не наинвестируете определенную сумму. Ну, когда наинвестируем, тогда посмотрим. С 10 рублей потихоньку будем зарабатывать. А вы здесь заработок можете видеть на ежедневной основе. Уже сегодня вы можете на своем счету увидеть определенную сумму, понимаете? Вот так, и вся разница, что здесь у вас заработок, он ничем не ограничен. Тиньков тоже ничем не ограничен. Там не написано, что заработок ограничен. Он ограничен только долгосрочными сделками и ограничен тем, что вы торгуете на русском рынке исключительно. Здесь же вы можете абсолютно на чем угодно торговать. Вот у вас телефон какой марки? Какая разница? Что вы хотите, мне телефон новый подарить? Ну, интересно мне просто. Это какая-то... Что случится, если узнаю эту информацию? Мне скажите, зачем? Я не люблю разглашать эту информацию. Вы хотите мне подарить телефон? Нет, я же сказала, зачем я спрашиваю. Мне интересно. Нет, не хочу я вам подарить телефон. Ну, тогда зачем спрашиваете? Я вам хочу сказать о том, что у вас же телефон наверняка какой-то... Какой-то. Ну, зарубежной. И что? Зарубежной, да, фирмы наверняка, правильно? И что? И вы уже являетесь инвестором этой фирмы, этой компании, ну, но хорошо. С этого не зарабатываете. Вы что предлагаете мне? Что предлагаете? Поним? Хорошо, каким образом? Торговать акциями компании, активами торговать. Ну хорошо, хорошо. День. Давайте займемся каждый день. Давайте. Ну так вы для начала пополняете свой счет. А потом начинаете с этой суммы торговать, понимаете? Ну хорошо, давайте пополнять счет. Ну смотрите, для этого вам нужно иметь на счету вашим $100. Ну хорошо, ладно. Оборот-аналитик. Давайте $100 с вашим аналитиком. Что у вас перед глазами сейчас находится? Пополнить баланс. Нажимайте. Пополнить. Карты Газпромбанка планируете пополнять или что? Карты Газпромбанка планирую. Я сориентирую вас по торговому терминалу. Я вижу пополнить хорошо. Баланс. Выбирайте, значит, да, через. И у вас там есть салатовый такой квадратик внизу, видите? И на нем значки разные. Вижу, есть такое? Есть такое, да. Вы выбираете, пожалуйста, такой черный значок, и на нем три треугольничка. СБП. Если вы знаете, вы понимаете, да, что да, это именно СБП. Вижу, да. Нажимайте. Хорошо, выбрали нажала. СБП, что пишет вам? Сумму. Да. Смотрите, $100 на сегодняшний момент это 10 тысяч рублей. С этой суммы сколько? Вы будете сегодня работать в тестовом периоде. Сколько? 10 тысяч. Вы издеваетесь? 10 тысяч. Уже за вас закупс такой. Нет, я точно пойду в Тинькофф. Так, а вы у вас курс так, вы грабительский. Больше здесь, чем мало Тинькофф. Того, что вы бьете грабительские 20%, а мы с вами еще и не обсудили, да, сколько я вам ваш... буду платить. А во-вторых, у вас еще и курс грабительский. Ведь что? Так, смотрите, это ваш счет. Что? Вы захотели, вывели. Понимаете? Вы попробуйте поработать, чтобы ваши деньги поработали на вас, а потом уже делаете какие-то выводы, понимаете? Вы что, издеваетесь? Вы когда увидите, сколько вы... Сейчас вы курс когда поймете... 91,63. Я сейчас позвоню старому Йосифу на рынок, узнаю, какой курс у него. Но давайте явно не посмотрим. 100. Сейчас... 91,63. Секундочку, я сейчас посмотрю. Хорошо. Сейчас 91,63, но он же валотируется, вы понимаете, он же не стоит на месте, он может упасть, он может вырасти. Ну вот пока он 91,63, давайте мне фиксируйте курс 91,63. Хорошо. Давайте так, давайте на 900, такой вариант вас устраивает? Хорошо, давайте 963. 963. Пишите. 163. Да, написала. Смотри, дальше. Пополните, у вас там список банков открывается. Ищите свой Газпромбанк. Видите такой? Вижу такой, да. Вот. Выбирайте его, и вас автоматически система переводит в банк для подтверждения платежа. Когда подтвердите чеки, всех сохраняем. Хорошо, хорошо, я поняла. А где мой номер счета? Смотрите, сейчас вам технический отдел все поможет установить.
и все будет наглядно понятно. Чего хочу установить? Я хочу увидеть номер своего счета, который сейчас открылся. Я его не вижу тут. А что вы сейчас вообще перед собой видите? Мой счет. Пополнить баланс. Вывод средств. Новости. Последние котировки, новости, да. Да. Понятно. Ну хорошо, да. А где номер счета? Нажимаю на мой счет. Там ничего нет. Нажимайте. Да, какой мой номер счета? Смотрите, это у вас кошелек идет, как понимаете, электронный нет. кошелек, через который вы в дальнейшем просто будете работать, он синхронизируется с приложением для торговли. Какой понимаете? Кошелек? Вот там уже все номера будут. Кошелек, кошелек. Какой кошелек? Электронный был у вас когда-то? Зачем мне электронный кошелек, если мне нужен счет? Сейчас вы, когда пополняете свой счет, у вас автоматически синхронизируется с приложением для торговли. Там уже все увидите. Там будет все у вас указано и прописано. Если вы захотите в дальнейшем, допустим, после тестового периода прохождения 3-4 дня, зарабатывать с аналитиком в дальнейшем, вы уже будете с ним договор тогда подписывать. Этот да подождите договор. Договор мы обязательно подпишем. Я хочу увидеть номер счета, куда я перевожу деньги. Вы меня слышите, что я говорю? Да. Вот, пожалуйста, вы будете сейчас переводить деньги не себе, себе на счет, непосредственно через кассира банка вашего. Отлично. Юридическое лицо. Отлично. Номер Слушайте, счета я где могу увидеть? Вы когда вот перейдете в банк? Угу. Когда в банк перейдете? Угу. Да, когда оно вас уже переведет. Вот сумму вы указали, пополнить, оно вас переведет в банк, и будет указано юридическое лицо, кассир вашего банка, который обменивает вам валюту. В доллар непосредственно. Кассир какого банка? Вас... Кассир вашего Газпромбанка, который обменивает валюту вам. Угу. Понятно. Можете себе записать. Когда уже пополните, хорошо, чеки сохраняем. Хорошо, я поняла. Да, чеки сохраняем, да, для бухгалтерии. Хорошо, так. Ой, а он мне вместо кассира какой-то телефон высветил. ИП, нет, там должно быть... Какой а что вы ИП? Видите сейчас перед глазами? Я же не успеваю за вами, понимаете, Роза? Номер телефона какой-то он мне высветил. Нет? А где а искать? Что вы нажимали? Я нажала банк и перевести, а он мне высветил какой-то, ну, какой-то номер телефона. 2202 или что? Какой номер телефона? Нет, какой-то номер 916. Или я не туда попала? А не туда вы попали? А куда надо попасть? Вот слушайте меня. Хорошо. Вот вы еще раз, пожалуйста, выйдите назад. У вас там должна быть либо кнопочка назад, либо в WhatsApp заходите, снова заходите на свой личный кабинет. Угу. Просто по новой делаете процедуру, только меня внимательно слушайте. Если я спрашиваю, что видите перед глазами, вы мне говорите. Я здесь для того, чтобы вас ориентировать, а не для того, чтобы вы нажимали все подряд, понимаете? Понимаю. Давайте. Заходите обратно в WhatsApp. Зашла. Заходите обратно на ссылку. Зашла. У вас там внизу, у вас регистрация высветилась, а внизу есть вход. Слово авторизация. Видите? Да, я знаю, да, это я знаю. Меня Зяма научил. Я завожу этот, который мой email и который пароль. Да. Да. Это все делаете, умею. Как вы да, и я вводили изначально. Я все как обычно. Я нажала пополнить. Да, и он да. меня... Угу. Что видите? СБП СБП выбираю, да, треугольнички. Да, теперь указываете сумму. 9163. Да, указываете. Угу. Нажимайте «Пополнить» и говорите, что видите. Я нажимаю, у меня выбирает банк. Я выбираю, у меня список Выбирайте. Банков, я выбираю Газпромбанк. Выбирайте Газпромбанк да, свой, да. Да, выбрала. И он мне скинул Газпромбанк мой отправил. Да, все правильно, вы же должны подтвердить платеж, Конечно, правильно? Да. Через кассира вашего банка повторюсь еще третий раз. Кассир, хорошо. А тут номер кассира есть. Да, все четыре правильно. Блока по четыре цифры, да. Четыре блока по четыре цифры. Да, можете себе их записать и в конце нажмите кнопочку «Пополнить».
когда нажмете, у вас будет платеж и сохранить чек. Ну хорошо. Сохранить или переслать чек. Только, пожалуйста, его обязательно переслать нужно. Это наша с вами гарантия безопасности, Рос. Хорошо. Газпромбанк. У нас этот кассир у нас в Газпромбанке работает. Да, все правильно говорите. И вот как вы в обменник приходите физически, только валютой, знаете, даете наличка ему, условно, там, рубль, он вам доллар меняет. И тут то же самое. Там. Ну, или хорошо, наоборот, хорошо. Доллар вам рубль меняет. Значит, у нас счет в Газпромбанке, и ваш кассир тоже в Газпромбанке. Ну, замечательно. Сейчас мы ему переведем, подождите. Одну минуточку. Так, перевести. Угу. Он пишет, что я перевожу частному лицу. Да. Как все частному лицу? Говорите. Вы сказали, что я перевожу юрлицу. И какое ТП? Алло. А как вы хотите, чтобы вам обменяли валюту? Вы мне объясните. Через сотрудника банка. Как это в обменнике происходит, по-вашему? Прекрасно происходит. Я заключаю договор обмена с юридической моей организацией. Кассир тут ни при чем. Ну, у него такой Луки и Тухас, который не является юридическим лицом. Вы же, когда в обменник приходите, вы же даете вообще чужому человеку валюту, он вам ее меняет и дает рубли. Я не даю человеку валюту, я даю организации. Да. А кассир – это просто руки и тух, из которой там сидит. Но, по сути, это организация. Я меняю валюту в организации, а не у кассира. Если я хочу там поменять валюту быстрее, у какого-то лица, я пойду на рынок к хромому Иосифу. Это будет быстрее, чем ваши кассиры. На карту? На так счет ваш? Зачем на счет? Ну так вы же сейчас счет себе пополняете, понимаете? Понимаю. Ну вот, а как ваш Иосиф на рынке может вам на ваш счет условно пополнить эту сумму? Прекрасно может пополнить. Он может пополнить что угодно, где угодно. Алло. Алло. Да-да. Ну хорошо, да, я перевела. Я... Смотрите, давайте объясню еще раз, чтобы давайте ничего не делать, и я все-таки объясню, да? Хорошо. Что это такое? Давайте, смотрите, есть официальные представители, это кассир обменника, да, вы когда приходите в физический обменник, вот вы обратите на логическую цепочку внимания, вы даете сначала свой рубль, правильно, берет чужой человек, его светит, смотрит, да, все ли вы правильно дали, не фальшивку ли вы дали, верно, вы даете изначально человеку в руки свой рубль, после этого человек просветил их, посмотрел, он вам дает доллар и дает вам чек. Так происходит в физическом обменнике? Так происходит в физическом обменнике. Но чек он мне дает не от человека, а от банка, которому принадлежит этот чек обменник. Чек дается... Подождите, нет. Физические обменники, они бывают разные. Есть от банка обменник, есть обычный обменник. Какой обычный кассир, обменник, девушка? Сидит. Вы в какой стране застряли? Какой физический обменник обычный? Это вы, скорее всего, с какой-то... Смотрите, вы какой-то стороне застряли. Давайте не будем переходить на личности, потому что... Девушка, обычные обменники, у нас да, обменников нету с 90-х годов. Вы когда приходите в обычный магазин, большой магазин... Да. Вот. Вы видите, там есть обменники такие? Они при банке у вас или где? У нас все обменники... Или обычное окошко? Нету обычных окошек. Живете? Девушка, вы в какой стране живете? В Москве обменников нет уже лет 20 как. Все меняется в банке. Вы что? Вы застряли вы где? Скажите, вы знаете, Сема Соловей... Вы когда последний раз покупали доллар? В банке? Не так давно, месяц назад. Вы знаете, я знаю, откуда вы... Сёма Соловейчик, он купил домик в Житомире, он занял деньги у Лейба Марковича и старого Исаака. Так вот, он купил домик в Житомире, потом он звонил и рассказывал, что там обменники, как у нас в 90-х. Такое ощущение, что я вернулся в 90-е годы, там одни сплошные обменники. Хорошо, выходите и заходите сейчас в Яндекс. Хорошо. И пишите обменники Москвы. Пишите и обменники Москвы. Девушка, зачем мне писать обменники Москвы? Вот зачем мне писать обменники Москвы, если я тут живу? Обменники, они не только от
Сбербанка. Есть обменники частные, которые представляют также интересы банка. Заходите в Яндекс. Я не хочу с вами спорить, я хочу, чтобы вы сами посмотрели. Вы говорите мне, что обменников уже в Москве лет 20 нету. Нету, да, всем обменники в Москве только в банках. Пожалуйста. Нет, но на самом-то деле обменники на каждом углу Москвы. Девушка, не путайте Москву с Житомиром. Вы когда последний раз в Москве были, если вообще были? Вы мне говорите за Житомир, я такого города даже не знаю. А, какая жалость. Что это за город? Какая это жалость. Украина? Да, это Украина. Там Сёма Соловейчик купил, да? себе Вы домик. Украины? Я из Биюлёва. Я вам третий раз повторяю. Там Сёма Соловейчик купил себе домик, а теперь сдает там комнаты. Так Лё. А при чём мы в Украине? Подскажите мне, я не знаю, тем более к Житомиру. Где вы нашли обменники, но в Москве их уже 100 лет как нет. Вы что? Хорошо, давайте смотреть с вами вместе. Заходите. Зачем? В Яндекс. Зачем мне заходить в Яндекс? Заходите. Зачем? В Яндекс, смотрите. Я прекрасно знаю, я живу в Москве. И не надо мне никуда Хорошо, ходить. На какой я по Москве. Улице вы живете? На какой улице вы живете? Биюлёвская. Сейчас я вам скажу, где находятся у вас обменники. Хорошо. Восточная Бирюлева, верно? Да. Так, смотрите, у вас рядышком есть медицинская улица 7. Знаете такое? Есть. Что? Обменная валюта называется «Авангард». Так это фиэтой, девушка. Ну что вы мне вешаете лапшу на что? Уши? Это от банка «Авангард». Господи, прости. Не прощу. От банка «Авангард». Я вам объясняю. Смотрите, это не обменник, это СБП через банк. Делаете? Не надо нервничать. Я вам 100 раз говорила. Банка. Вы даже сами только что это сказали. От банка. «Авангард». Он является, он банком. Он да, является объясню, банком «Авангард». Это филиал банка «Авангард». Не надо кричать. У вас, когда вы делаете через систему быстрых платежей, я не кричу, я вас перекрикну, чтобы вы меня услышали. Вы когда делаете через систему быстрых платежей, вы также от банка? Нет. Да, я по... это нет. Филиал банка «Авангард». И я заключаю договор с банком. И не надо кричать, как Фигаро Попорт, когда у нее новый кавалер в спальне, в конце концов. Я вас прекрасно слышу и так. Алло. Зачем вы меня отправили в банк «Авангард»? Я не пойду в банк «Авангард». Я лучше пойду к хромому Иосифу. Хорошо, не пойду. Так не идите. Вы себе счет пополните, успокойтесь. Вы Хорошо. Тогда уже будете, я спокойно, будем... я выдыхаю. И вдыхаю, кстати, тоже. Очень хорошо. Ну все, хорошо. Так давайте мы с вами успокоимся. Давайте. Сейчас. Да. Не надо кричать, как Фигаро Попов. Хорошо. Хорошо. Я вам попыталась объяснить, вы меня не поняли. Я вас тоже не поняла. В силу этого, давайте тогда наглядно разбираться, чтобы мы с вами сейчас не спорили, да, как, знаете, вот кошка с собакой непосредственно. Вы себе сейчас пополните счет точно через систему СБП и посмотрите, Хорошо. Как ваши деньги поступают вам на счет. Хорошо. У меня счет в Газпромбанке, правильно? Да. Ну, прекрасно. Давайте я помню. Подождите. Оно все вылетело. Сейчас я вернусь. Еще раз нажимайте. Я вернулась. Все то же самое, что вы уже делали. Я вернулась. Да, одну секунду. Да. Так. Вы за это не переживайте. Я не мы переживаю. Все проверим несколько раз. Отлично. Все. 9 163. Да. Перевести. Да, это та сумма, которую вы себе захотели. Да, безусловно. Перевести. Хорошо. Да, сейчас оно загрузится. Компания вам идет на уступки. Отлично. Вы бы еще мне уступили по ваших 20%, хотя бы до 4, было бы замечательно. Ну, к сожалению, я не могу. Ай, тогда я не буду пользоваться вашим аналитиком, я просто открою счет. Вернее, я уже открыла в Газпромбанке и буду торговать с хромым Иосифом. Пусть он мне советует.
смотрите, вы попробуйте, а потом уже будете говорить, подходит вам это или нет. Вы пока не попробуете, вы не можете стопроцентно утверждать, нравится вам или не нравится. Когда увидите, сколько можете здесь зарабатывать, от этого можете отталкиваться. Хорошо, я перевела деньги. Я перевела деньги. Чек мне сбросьте, пожалуйста, переписку нашу с вами. Чек обязательно. Подождите, я должна зайти в свой личный кабинет Газпромбанка и посмотреть, есть ли у меня там счет. Да, безусловно. Смотрите, у вас там счет, я вам только что сбросила. Заходите в личный кабинет, увидите там, что у вас деньги поступили. Только, пожалуйста, сначала чек мне сбросьте. Подождите, я не вижу свой личный... Вы почему-то ротитесь? Я не вижу свой счет в Газпромбанке. Сейчас все покажу. Чек у вас сохранился, вы мне скажите? Конечно. Так, а где он? Где вы его дели, скажите мне? Никуда не дела, он у меня висит в моем личном кабинете в Газпромбанке. Чек. Чек отправьте мне. Как потому только... что это для вашей же безопасности, для бухгалтерии. Мы все перепроверяем несколько раз. Как только я увижу свой... Как только я увижу свой счет в Газпромбанке. Закона не обойдете. Чего не обойду? Еще раз говорю, вы мимо закона не обойдете, поэтому чек сбрасывайте мне. Эту старую Перлю Бенциановну нельзя обойти. Она не пролезает в дверь. Я? Да. А тут я обойду все, что надо. Кто не пролезает? Старая Перля Бенциановна. Нет, она не пролезает в дверь. Ее действительно нельзя обойти. А закон тоже нельзя. Хорошо, не вопрос. У меня счет в Газпромбанке, правильно? Да. Вот хорошо. Сейчас появится на вашем счету. Прекрасно, я хочу их видеть. Я хочу их видеть в личном кабинете в Газпромбанке. Я хочу видеть свой счет в Газпромбанке в своем личном кабинете Газпромбанка, и никак иначе. Так вы регистрацию где проходили? В Газпромбанке, как вы сказали. Да, приложение я вам сбросила. С прекрасно. Выходом на биржу она идет. Я хочу видеть... Да, туда заходите и там проверять. Только туда зачем мне проверить, туда? У вас поступили деньги или нет. Да потому что это ваш счет. А куда вы хотите? Приложение Газпромбанка. Так я вам сбросила платформу. Да мне не нужна счет. Платформа. Я хочу зайти в свой личный кабинет Газпромбанка и увидеть там этот счет. Так вы себе только что его зарегистрировали и сейчас пополняете, понимаете? Нет, не понимаю. У вас здесь даже номера счета нет, поэтому как я... Не понимаю, зачем вы тогда регистрацию проходили? А зачем вы тогда регистрацию проходили? Узнать, что предлагает Газпромбанк. Я хочу видеть в своем личном кабинете в Газпромбанке этот счет. Номер счета. Вы же ничего не пополнили, правильно? Как не пополнила? Потому что платежа нет, вы отказываетесь чек показывать, ничего не даете условно. Как а только увижу скажите, номер счета у себя пополнили? В личном кабинете. А что вы тогда пополнили? А что вы тогда пополнили, Роз? Успокойтесь. Как вы спокойно, что мне вы так нервничаете. Я еще раз честно, говорю, я перевела деньги на свой личный кабинет, счет в Газпромбанке. Так, а чек покажите. Зачем? А не надо перепроверить. Раз. Пусть это я увижу, я хочу перепроверить а сама. Каждом? А вы на каждом? Что на каждом? Так я вам сейчас скажу, как это сделать. Прекрасно, вы я это уже делаю сама. Алло. Все прекрасно, девушка, я вижу. Все, оно сработало. А что вы видите? Свой а что лист. Вы видите? Я вижу 9163 рубля на моем брокерском счете в Газпромбанке. А почему в рублях, если это в долларах? Я не знаю, почему в рублях, потому что я переводила рубли, мне рубли пришли. Сейчас придет Зяма, он в этом разбирается, и я попрошу его, как конвертировать. Прямо в Газпромбанке, без всяких кассиров. Зяма это умеет. Угу. Хорошо, а как вы собираетесь работать с аналитиком, если вы счет не пополнили? Как а не пополнила? Себе перевели эти деньги? Почему себе на карту? Я с карты перевела на счет брокерский. 9163 рубля.
Нет, вы должны по системе СБФ перевести. Зачем? Доллар должна была конвертироваться. Зачем мне доллары? Хорошо. Мы могли торговать. Сейчас пьет зяма, и мы конвертируем это в доллары. Сейчас, одну секунду. Каким образом? Как, каким? Так и конвертируем на бирже. Вы мне подскажите. На бирже. А вы мне скажите, как? На бирже конвертируем, мне зяма покажет. Он умеет. Он придет а и конвертирует. Вы будете тогда сами торговать без специалиста. Если а я вам сразу сказала, что грабеж 20%, и я не хочу платить вашему специалисту 20%. Я буду платить 4,5% старому а Йосифу и 5% Науму Губинчику. Ай. Розочка, вы меня послушайте, пожалуйста. Вы не знаете, сколько мы заработали на крышках? Если бы я вам сказала, вы бы упали в обморок. А я не хочу, чтобы вы падали в обморок. Потому что не хочу, чтобы вы падали в обморок, потому что вы еще молодая девушка. Если вы стукнетесь головой, то потом у вас будут проблемы. Роз, сейчас вы стукнетесь головой. Я не буду стукаться головой. У меня мягкий диван и крепкая голова. Ну так а в чем проблема тогда? Вас что-то смущает? Может, недоверие какое-то есть? Да какое недоверие? Все прекрасно. Я вижу 9163 рубля. Так а с кем вы будете торговать, скажите? С Наумом Губинчиком. С Наумом Губинчиком из Турции. А почему вы тогда обратились в государственную компанию, если вы хотите с Рубинчиком торговать? Я же не знала, что у вас такой грабительский процент. Ну, если как везде, это не то, чтобы мы ну что ж поделать? Что ж поделать? Как везде? Наум Губинчик бьет 5, а Хромой Йосиф бьет 4,5. А у вас грабительский процент 20. Я вам сразу сказала, что меня это не устраивает. Ну хорошо, тогда не будем работать. Как не будем? Я уже работаю, я уже вижу эти деньги. У себя на счете. Где? Я не знаю, где Газпром, вы банки, попорить, инвестиции. Конечно, я его создала и пополнила, и вижу его в Газпромбанк инвестициях у себя. Нет, вы как не нет? То пополнили. Как не то? На мое имя имеется вы думаете, счет. Вы же нет, вы должны были через систему быстрых, вернее, безопасных платежей пополнить свой счет, который зарегистрировали уже в звонке со мной. Зачем? Для того, чтобы работать в дальнейшем, для того, чтобы синхронизировать приложение с вашим счетом. Для того, я уже оно уже синхронизировано прекрасно. Я захожу в свой личный кабинет Газпромбанка и вижу свой банковский счет, вклад и брокерский счет. Там все уже прекрасно синхронизировано. Ну, а я вам говорю про политику нашей компании. Вы вашей компании будете, какой? Вашей компании это какой? Газпром Инвест Холдинг, я вам начала. А, Газпром Инвест Холдинг, ну хорошо. Нет, ваша компания выкатила грабительский процент, поэтому или вы соглашаетесь на 4%, или мы тогда работаем с Наумом Рубинчиком и Хромым Йосифом. Зяма мне сейчас все конвертирует. Он сейчас придет, он готовит фаршированную рыбу. Как только он ее приготовит, он придет и мне все конвертирует. Он живет на 2 этажа ниже. Ему нетрудно подняться. Алло. Слушайте, вы так торговаться можете у себя на рынке. Действительно. Естественно, это бизнес. Мы культурные люди, поэтому мы должны торговаться. Знаете, если вы не торгуетесь... А почему вы у меня первый клиент, кто так себе позволяет делать? Потому что мы культурные люди, мы ведем бизнес, а культурные люди должны торговаться. Если вы не торгуетесь, это значит, вы шлемазл. И не можете выбить себе лучшие условия. Какой кошмар. Как же можно так жить, не торговаться? Вот так вот. Есть регламент компании, правила определенные годами, которые придумывались и не вами, и не мной. Какой ужас. Понимаете, в чем дело? Понимаю. Да. Ну что ж поделать? Зарабатывать хотите? Конечно. Так давайте будем зарабатывать, давайте. А не торговаться. Давайте. Я уже все сделала. Ну, вот. Я уже все открыла. Вы у меня на брокерском счете 9163 рубля. Я уже все пополнила. Для того, чтобы пополнить счет ваш, который вы только что зарегистрировали, да, вам нужно зайти еще раз в приложение Газпромбанка. Я уже там. Через кассира банка, конвертировать валюту. Я в доллар. Уже там. В приложении Газпромбанка. Вы кнопку пополнить нажали? Я уже все сделала. Я уже в приложении Газпромбанка. Все хорошо. Я там вижу 9000. Зачем?
выйдите обратно в WhatsApp. Я не захожу в приложение Газпромбанка. Посмотрите на своем счету, в личном кабинете. Есть что-то? Есть, нет? Конечно. В моем приложении Газпромбанка на брокерском счете 9163 рубля. Так я вам говорю, вы зайдите в личный кабинет. Я уже там. В WhatsApp, который я вам сбросил. Зачем в WhatsApp? Я уже там, в личном кабинете Газпромбанка. Так вы не сможете так работать, понимаете, с аналитиком. Ну хорошо, я вам сразу сказала, что он грабеж. Так работать не будем, правильно? Как не будем? Если вы не соглашаетесь на 4%, то значит это ваши проблемы. Я открыла счет и буду работать с Наумом Рубинчиком. Он хороший косих. Даже когда украл кассу Одесского пароходства, он так прятался, что его не могло найти даже КГБ. Он умный человек. Так а мне что сделать? Не знаю. Хотите, вам дам телефон Наума Рубинчика? Нет, мне не нужен телефон его, если честно говоря. Я просто не совсем... Вы не понимаете, наверное, что здесь происходит, и делаете какие-то поспешные выводы, Рос. Почему поспешные выводы? Вы зачем думаете, я вам сбросила платформу в WhatsApp? Вот. Чтобы я открыла брокерский счет в Газпромбанке. Да. Что я и сделала. При поддержке Газпромбанка вот этот брокерский счет. Нет, подождите. Он у вас функционирует. Что значит при поддержке? При поддержке бывает только какая-нибудь старая софа, которая еле ходит при поддержке своего внука. Вот она ходит при поддержке. А счет при поддержке не бывает, он счет. Так это наш спонсор и партнер, понимаете, в чем дело? Ну хорошо. Это инвестиционный проект, в котором вы зарабатываете. Замечательно. При поддержке Газпромбанка. Да ради бога, пусть Газпромбанк поддерживает кого угодно. Это его проблема, если они не умеют сами стоять без Газпромбанка. Это... Так вот, да, давайте, вы сказали. Вы не заработаете тех денег, которые вы можете здесь заработать, понимаете? Девушка, я же вам говорила, что мы заработали на крышках, на жестяных крышах такие деньги, что мы смогли после одного месяца открыть наш салон, ателье пошива мужских костюмов. Лейба Маркович шьет замечательные костюмы и брюки. Вы мне скажите, вот эту вот платформу, которую я да. вам сбросила, да. личный кабинет, который вы зарегистрировали, да. но еще не пополнили в доллар. Как не пополнила? Вы будете пополнять и работать? Я уже все пополнила. Потому что вы в рубль себе пополнили, еще раз зачем? Говорю. Ну хорошо, придет зяма. Можете зайти в WhatsApp. Конечно. Вы можете зайти в WhatsApp Могу. И сейчас проверить все. Зайдите в WhatsApp, зайдите на личный кабинет и посмотрите, сколько у вас на балансе. Вот прямо сейчас это сделайте. В личном кабинете в Газпромбанке у меня 9163 рубля. Нет, выйдите оттуда, я говорю, WhatsApp, зайдите. Куда, откуда вы мне выходить? Зачем мне оттуда вы выходить? Я там WhatsApp, прекрасно себя чувствую. WhatsApp, зайдите и посмотрите. WhatsApp, зайдите зачем? И посмотрите, Рос. Да я не хочу WhatsApp, я просмотрю на официальном сайте. Это платформа, с которой вы будете работать. Вы думаете, я вам зачем ее сбросила? Не знаю, зачем. Чтобы вы работать могли в дальнейшем. Ну, хорошо. Это для работы. Прекрасно. Так заходите в WhatsApp и проверяйте, есть ли что-то на балансе или нету. Я не хочу проверять WhatsApp, я хочу проверять на официальном а почему сайте. Почему вы не хотите Газпром... проверять WhatsApp, если вам нужно было тот счет на WhatsApp пополнить? Вы понимаете, вы его открыли себе в WhatsApp непосредственно. И что? Где вот именно платформа, да, и с нее вы будете работать. Только если там ноль, вы не сможете работать с аналитиком. А мне не если нужен ваш аналитик, я вам 10 раз сказала. Он берет 20%, это грабеж. Так если вы хотите зарабатывать, у нас такие правила в компании. Ну измените хотите, ваши правила, в конце концов. Нет. Нет? Ну не изменяйте ваши правила. Что ж я могу поделать? Почему-то у других получается зарабатывать, а у вас... Ой, девушка, я вам шестой раз повторяю. Если бы вы знали, сколько мы заработали на крышках, вы бы упали да бы в обморок. И знаете, если бы вы знали, сколько старый хромой Иосиф в свое время заработал на спичках и на арбузах, вы знаете, еще у нас есть один хороший трейдер, Вася. Вася Пупкин, он рыжий. Хотя обычно евреи рыжими не бывают. Так он все время зарабатывает на помидорах. Очень хорошо зарабатывает. Так у вас это будет ваш бизнес, понимаете? Прекрасно. Здесь непосредственно. Прекрасно будет бизнес, конечно. В личном кабинете, который я вам сбросила. Несомненно. Так возьмите, пополните и начинайте работать. Я уже все пополнила. Я уже все пополнила и сейчас начну работать. Нет, вы себе в банке пополнили. Прекрасно. Нет, не в банке, а у брокера. У брокера я пополнила. Да, ну, правильно, в банке. Правильно сказали, что у меня будет счет в Газпромбанке.
Естественно, я еще в Газпромбанк, как нет. Вы сказали, я вам 3 раза спросила, вы сказали, что счет будет в Газпромбанке. Я его и себе и пополнила в Газпромбанке. Ну и тогда сами будете торговать. Конечно. Я же сказала, что 20% это грабеж. А зачем вы в компанию пришли? А в компанию вы зачем тогда пришли? А почему вы не написали на вашей рекламе, что мы грабим клиентов и забираем целых 20%? Если, если вы заработаете 50 тысяч, то оттуда 20% это всего 10. И что? Где тут грабеж? У вас остается. Конечно, 40. Грабеж. Потому что Наум Рубинчик возьмет 5. 40 тысяч это мало для вас в месяц дополнительно? Вы знаете, это не важно, мало или много, я сама разберусь. Самое главное, что 20% вы бьете просто так. Вы, если хотите работать конечно. С нами действительно с качественным аналитическим центром, который на рынке уже более 10 лет, то вы пополняете себе счет, который я вам сбросила непосредственно. Я уже все пополнила, счет в Газпромбанке. Вы меня как слышите, вы меня сказала? Я сказала, слышу. Который я вам сбросила, который вы зарегистрировали, вы его пополняете и с него работаете. Я его зарегистрировала в Газпромбанке? А вы зайдите, посмотрите, пожалуйста, не рассказывайте. Там идет логотип Газпромбанка. Если там логотип Газпромбанка, то значит я его зарегистрировала в Газпромбанке. Значит, я должна его увидеть в своем личном кабинете всех счетов Газпромбанка. Я его и пополнила. У вас в Газпромбанке нет выхода на биржу, понимаете? Как нет? Дело? Вот сейчас я скачиваю, а то, что я вам сбросила, скачиваю приложение, и там прекрасно есть выход на биржу. А сейчас я скачу. Вы можете не перебивать? Почему вы так всегда? Вы не могу. Перебивая. Конечно. Ну так давайте перестанем уже наконец-то. Давайте. Я скачиваю приложение Газпромбанк инвестиции. Сейчас прекрасно увижу всю биржу. Нет, у вас там нет выхода. Как нет, прекрасно есть. Максимум на московскую. Хорошо. Здесь у вас выход на мировую биржу. Ну хорошо, мы начнем с московской. Бросила. Я как раз там вижу золото. Сейчас мы купим. Алло. Алло. Ау. Все, что ли? Да. Девушка никак не может разуметь, что представляясь другой организацией, они рискуют нарваться на одну простейшую вещь, что лох потенциальный возьмет и откроет реальный счет в этой реальной организации. Вас как зовут? Кто вы вообще? Я плохо слышу. Меня Власов Иван зовут. Авасов... Приятно с вами познакомиться. Авасов Иван? Еще раз. Авасов Иван? Меня зовут Иван. Я представитель компании «Макси». А-а-а. На тему обучения. Звоню касательно обучающего материала. Видел, вы искали для себя обучающий материал. Не подскажите, сами-то... Вообще, сами знаете, что это за сфера? Как она работает? Конечно, знаю. Это же знакомый, не знакомый? Знакомый, ага, конечно. Ага, знаю. Ранее у вас ранее опыт был, правильно я понимаю? Конечно, у моей бабушки Ебеки она инвестировала в золото периодически. Потом прятала в подвале, она думала, что мы не знаем, мы такие все знали, просто не хотели расстраивать бабушку. Алло. Погодите. То есть у вас инвестировала именно бабушка, правильно? То есть бабушка Ебека. Да, а еще прадедушка Яков имел портфель ценных бумаг. Там были ценные бумаги компании Хойх. Компания Хойх торговала свининой. Слушайте, довольно-таки интересно. То есть, я так понимаю, у вас вся семья инвестирует, правильно? Конечно. То есть, вы, конечно же, не хотите от них отставать, правильно? Хотели бы более детальнее разобраться. И тут дело не в отставать, понимаете? Нам нужны срочные деньги, потому что Фима решил поступать в Рязанское воздушно-десантное училище. И нам нужна квартира в Рязани. Я же не могу оставить мальчика одного, он еще совсем маленький. Ну, конечно, тут я с вами полностью согласен, да. Да. То есть, а вообще, мальчик совсем маленький, это же вы имеете в виду, это ему порядка там 5-7 лет, правильно? Ой,
Молодой человек, кто возьмет семилетнего ребенка в Язанское воздушно-десантное училище? Ему 20. Так ему 20. Так слушай, так он же уже взрослый. Какой взрослый? Это маленький совсем мальчик. Я не могу мальчика оставить одного в Язани. Нам нужна квартира. Ага, то есть, ну, слушайте, а, ну, возможно, у него там с казармом, правильно, это же воздушный десант. Конечно, он будет жить в казарме, но надо же за мальчиком присматривать, мало ли что. Он может попасть в дурную компанию. Согласен. Да, поэтому нам нужна квартира в Рязани. И Сигизмунд Лазаревич сказал, что он привезет свою сестру из Кишинева. Она будет жить в квартире в Рязани и присматривать за Фимой. Слушайте, у вас такие планы, прям вот, слушайте, я впервые наблюдаю вот такое вот, я так понимаю, это у вас единственный сын, правильно? Нет, у меня еще есть Моня, мой старший сын Моня, он недавно женился на Циле, но теперь у них хочет разводиться, потому что старый Герчик утверждает, что его дочка родила своих мальчиков Изю и Рому от моего Мони, но это не так. Ага. Слушайте, довольно-таки интересная ситуация у вас получается. Ну да, мы переведем тест ДНК. То есть вы ведете уже тест ДНК? Да. Или мне послышалось? Правильно, мы будем проводить тест ДНК, потому что старый Герчик считает, что его дочка родила своих мальчиков Изи и Рому от моего Мони. Но Мони говорит, что он ее не трогал. Ага, я понял вас, я понял. Хорошо, смотрите, тогда мы с вами вернемся сейчас к инвестициям. То есть, а вообще сами-то вы сейчас инвестируете уже? Я еще раз говорю, бабушка Ебека инвестировала в золото. Прадедушка Яков инвестировал в компанию акции Хойх. Это компания по переработке свинины. Хойх. Вот. Я пока не инвестирую. У нас проблемы. Мы все со своим мужем Лейбом Марковичем, с моим мужем, мы все время инвестировали в наш бизнес. А, у вас есть свой бизнес, правильно? Правильно. А бизнес, я так понимаю, связан именно с сферой торговли, правильно? Ну, так как это соответствует инвестициям. Нет. Это та самая торговля. Нет. Нет? Очень странно. Лейба Маркович хороший портной, он шьет костюмы. Скажите, пожалуйста, вы знаете... А, точно. Да. Что? То есть это вот у него как это... То есть он именно шьет костюмы, которые деловые, правильно? Ну да, костюмы деловые. Приличный человек должен носить костюмы от хорошего портного. Конечно. Потому что готовые костюмы, они там используют дешевый фризелин, а дешевый фризелин морщит. Они все морщат. Ага, я понял вас. То есть, я так понимаю, вы хотели бы... Вот вообще, вы хотите именно просто приумножить свой капитал. Правильно я понимаю? У нас вы хотите бы его просто выйти на хороший доход. Для того, чтобы как можно быстрее купить квартиру в Рязани, правильно? Мне нужно как можно быстрее купить квартиру в Рязани, потому что Сигизмунд Лазаревич сказал, что его сестра из Кишинева приедет уже следующий месяц. А Мони уже поехал... Ага, следующий месяц. А Мони уже повез Фиму в Рязань сдавать экзамены. Фима один боится, ага. Он взял с собой Моню. То есть, это получается, вам нужно купить квартиру как раз-таки... Буквально за месяц, правильно? Правильно. Ага, слушай, в принципе, наша компания может вам с этим помочь. То есть она приложит все усилия, дабы вы это смогли сделать. Мы со своей стороны, что можем вам предложить? Так как мы брокерская компания, мы вам предоставим для начала базовое обучение. Для вас это будет как именно, как вам бы так сказать, то есть вы будете освежать свои знания. А после этого уже мы с вами входим в онлайн-формат, полностью знакомимся с компанией, вы ознакомливаетесь с нашей регистрацией, чтобы вы увидели, что мы являемся компанией, у которой есть госрегистрация. Далее, после этого мы с вами ближе знакомимся с компанией. Я вам предоставляю те инструменты, с которыми мы будем зарабатывать. То есть на фоне этого уже вы решаете для себя, хотите вы этим заниматься, либо нет. Договорились? Хорошо, давайте, только меня не надо учить, мне нужны деньги. Не учите меня жить, лучше помогите материально.
Смотрите, мы как раз таки такие... Мы же будем вам и помогать. То есть, смотрите, будем покупать подешевле, а продавать подороже. На разницу. Это понятно, правильно? Это я умею, да. Где мы будем и что мы будем покупать подешевле и подавать подороже? Вы знаете, я вам открою большую коммерческую тайну. Хромой Йосиф, который работает сапожником у нас на рынке, он очень хорошо зарабатывает на крышках, на жестяных крышках для банок. Вы бы знали, какие деньги он зарабатывает, покупая крышки зимой и продавая их летом. Слушайте, довольно-таки интересно, у него, конечно же, бизнес. У нас будет более современный. Мы будем с вами торговать как валютой, криптовалютой, золотом, серебром, никелем, газом, нефтью. Будем торговать всем, чем только можно. Хорошо. А куда я буду это все девать? У меня нет такого подвала в доме. Смотрите, вам не нужно будет это все лично носить. Смотрите, давайте как мы с вами сейчас поступим. Вы мне вот подскажите, у вас есть такие приложения, как Telegram, либо Skype? У меня есть, сейчас скажу, у меня есть Telegram. А, у вас есть Telegram, да. Хорошо, смотрите. Это для чего это нам нужно? Просто чтобы вы именно не только слышали, но и видели саму картину, чтобы понимали, с чем будет идти работа. Согласны со мной? А с чем будет идти работа? Вы сказали, что я не буду складировать нефть, газ и никель. Я готова складировать только золото. Покупать, а через время продавать. А куда мне это хранить, пока оно будет лежать у меня? У нас небольшой подвал в нашем ателье. Смотрите, его никуда не нужно будет вывозить. Оно все у вас будет в электронном формате. Как может быть золото быть в электронном формате? Ведь что? Слушайте, так давайте я вам это продемонстрирую. Вы сами убедитесь. Как вы мне продемонстрируете золото в электронном формате? На фотографии? Нет, не на фотографии, а именно на графике его цены. То есть вы будете увидеть, как в реальном времени меняется цена золота. Ой, я и так вижу, как меняется в реальном времени цена на золото. Потому что Софа Зильберман то покупает золото, то продает. Свои цепочки и колечки все время то покупает, то продает, то носит в ломбард, то забирает из ломбарда. Я прекрасно вижу, как в реальном времени меняется цена. Ну, слушайте, вот, а я же вам демонстрирую, как сейчас, в 21 веке, люди зарабатывают как раз-таки просто уделив этому всего лишь 15 минут своего времени в день. Ну, я вот посмотрите, сами, насколько готовы уделять для данной сфере времени? Ой, да я могу уделять сколько нужно времени, если фризелин привезут вовремя. Но я хочу вам сказать, что я не понимаю, как можно золото видеть только график. Золото оно или есть, или его нет. Ну, смотрите, тогда я же вам и говорю, я могу вам это все продемонстрировать. Поймите, это будет, знаете... Именно электронный контракт, то есть по факту, то есть оно у вас будет в кошельке в виде валют, то есть в виде доллара. Как оно у меня будет золото в виде доллара? Доллар это доллар, а золото это золото. Я же вам объясняю. Будем покупать специальные контракты, которые будут храниться у вас на счету. То есть вы, вот, допустим, зашли в сделку, и вы говорите, что вот, чтобы закрылась сделка, когда будет, допустим, вот давайте возьмем с вами к примеру, цена золота за одну тройскую унцию 3300 долларов, условно. Вот, мы с вами ее покупаем и буквально выставляем там take profit, это фиксация прибыли. Выставляем 3400 унций, долларов за одну унцию. Вот, как раз таки. Вот, мы с вами поставили это все, зашли в сделку и там пошли заниматься своими делами. Через время мы приходим с вами, вот. Смотрим, а сделка уже закрылась. А кто ее закрыл без меня? Золото вам закрыл, это take profit. Это такой вот инструментик, который помогает вам именно зафиксировать прибыль. То есть вместо вас это автоматическое закрытие сделки. Я не знаю, какой инструментик закрывает сделки. Инструментик закрывает рот у доктора Либерзона. Он стоматолог. У него есть инструментик, который открывает и закрывает рот, если больной не хочет лечиться. Слушайте, это вот такие интересные у него инструменты. Ай. Смотрите.
Если у вас будут проблемы с зубами, приходите, доктор Гребелжо вам все выделит очень быстро и недорого. Главное указать на правильный зуб. Хорошо, спасибо, буду иметь в виду. Смотрите, тогда, все же мы будем с вами сейчас терять время. Давайте мы с вами свяжемся в Телеграме, и вам все это уже наглядно продемонстрирую. Потому что я понимаю, татуха, это вам звучит как шокирующе, правда? То, что можно торговать там золотом, при том, что оно у вас, но физически вы его не щупаете. Согласны там? Но оно же где-то то, должно лежать. Оно же где-то должно лежать. Ну, конечно, а мне будет неспокойно, если она будет лежать в другом месте. Биржа имеет... Как? Биржа? Поймите правильно, просто... А, биржа, так это да, биржа. Правда? Так это биржа? А, как вы сразу и сказали. Да. Ну, смотрите, у нас компания, получается, брокерская компания, у которой имеется своя биржа. У вас то есть своя биржа? Через которую вы это все будете делать. А да. Какая у вас есть биржа? А как она называется, ваша биржа? Вот X-Critical, наше приложение называется. Это ваша наша биржа? Компания называется да, а наша компания называется Maxim Market. Я поняла. Это значит, что мы являемся брокерской компанией. Да. Хорошо, и у вас есть собственная биржа. Очень хорошо, что у вас есть собственная биржа. Это правильно, потому что вам, если это собственная биржа, вам будет легче найти одного шлемазла, который продаст дешево, а потом найти другого шлемазла, который таки купит дорого. Ну, конечно. Смотрите, ну вот. Даже запущена B2B-программа. То есть, смотрите. А где вы бьете столько шлемазлов? А где вы бьете столько шлемазлов? Где они так водятся в таком количестве? Мы берем? Шлемазлов. Потому что один шлемазл продает дешево, другой шлемазл у меня потом покупает дорого. У меня вопрос. Где вы их бьете? Смотрите, у нас все вместе находится, понимаете? Все шлемазлы вместе? Я же вам говорю. Все шлемазлы находятся вместе, так они же могут между собой договориться. Алло. Нельзя, нельзя сажать шлемазлов в одно место, они же могут договориться между собой. Тогда это будет полный гембель. Да. Смотрите, я вам объясняю сейчас. Смотрите, это все будет происходить в интернете. То есть у вас будет, знаете, вот приложение, как вот Telegram, только будет приложение X-Critical. То есть у вас все будет находиться там, в телефончике. То есть у вас все будет доступно. То есть, допустим, вы там поехали в Рязань уже покупать вот, квартиру. Вы просто с X-Critical выводите средства себе на карточку. И уже далее рассчитываете, там, либо в банкомате снимаете, либо же просто на карту переводите тому человеку, у которого покупаете квартиру. Кстати, подскажите, а вы сами-то банковскими картами пользуетесь? Каким банкам доверяете? Ну, конечно, у меня есть банк Тинькофф. Фима сказал, что это хороший банк. Ну, слушайте, в принципе, да, неплохой. Просто меня в последнее время Сбербанк подводит, потому что у нас карта клиентская, в общем, взял и долго затормозил как раз транзакцию. Просто у нас со счета $1500 ушли, а ей держали еще транзакцию именно 4 часа. То есть вы представьте, а если бы вот Любовь Петровне было это срочно? А я не знаю, что ваша Любовь Петровна. У меня будет все хорошо, потому что это хороший банк. Я не знаю, что у вас там делает Сбербанк и что делает Любовь Петровна. Может быть, она финансирует, финансирует кого-нибудь, кого не надо финансировать. Ну, слушайте, тут я с вами не знаю, кто вот. Она там финансировала. Видите? Видите? Может, она финансирует. Конечно, вы же не знаете, кого Любовь Петровна финансирует. Мало ли кого. Конечно. Ну, тут да, я с вами согласен. Но мы из-за политики тоже не можем посмотреть, понимаете? Понимаю. Поэтому чего вы удивляетесь? Все может быть, если финансировать не пойми кого. С вами, да, полностью скажите, согласен. Пожалуйста, так вот мы на вашей бирже. У одного шлемазла покупаем дешево, другого шлемазла продаем, потом вот ему другому шлемазлу продаем дорого. Другому шлемазлу, я поняла. Смотрите, то есть, смотрите, как мы с вами делаем. Мы покупаем на нашей бирже дешевле, ждем некоторое время и на нашей же бирже продаем, только с большей ценой. Я поняла. В цене.
Я поняла, биржа, биржа — это же заповедник Шлемазлов. Их держите в интернете, и у одних покупаете, другим продаете. Это хороший заповедник. С удовольствием бы туда сходил вместе с Сигизмундом Лазаревичем. И хромый Иосиф бы тоже, наверное, чувствовал бы там себя хорошо. Ну, да, согласен. Ефим, тогда смотрите, как мы с вами тогда сейчас поступим? Чего же мы будем с вами ходить вокруг да около? Квартира сама для себя не купит в июне. Согласны со мной? Согласна. Тогда смотрите, оставьте меня тогда сейчас на громкую связь и заходите в Телеграм. Одну секундочку, сейчас я возьму, где Телеграм. Так, да. Алло, Ефим. Алло. Алло, алло. Алло. Алло, да. Я так понимаю, у вас на компьютере Телеграм, правильно? Нет. А, сейчас, секунду. А да, я нашла Телеграм, да. Так, теперь. Мы зашли в него. У вас перекидки, правильно? Да. Теперь, видите, у вас справа вверху есть значочек поиска. Значочек поиска есть. Да, да, значочек губы такой, увеличительного стекла. Да, видите? Да, да, справа есть вверху. Такое, да. Моня, о, в детстве, так, когда коллекционировал бабочек, у него тоже было такое. Вот. Ему подарил, представляете себе, сам Мавроди. Лё. Так, вы нажали, правильно сейчас? Нажала. Что искать? Так, теперь смотрите, у вас вылезла клавиатура, правильно? Да. Теперь поменяйте ее на английский язык. Так. Теперь смотрите, первая буковка английская «Б». То есть, знаете, она выглядит как мягкий знак. Боис. Хорошо. Далее, буква «О», как и наша «О». Хорошо. Далее, буковка «Л», то есть это палочка. Е. Yeah. Все, пишет «нет результатов». Далее. И дальше пишите, это еще не все. Угу. Далее, буковка «М», это третий ряд, последняя буковка. Хорошо. Далее, буква «А». А. Теперь буковка «Х», то есть крестик. Крестик. Да, и английская буковка «И». То есть это точечка и палочка. И в конце две. Бол Макси И. Да. Павел Большаков. Да. Да, то есть это мой сервисный специалист. Через него у нас будет с вами обратная связь. Хорошо. Мы на него... Нажимайте на него сейчас. Хорошо, нажимаю. И напишите. И теперь переключайте клавиатуру на русский язык. Хорошо. И пишите «Здравствуйте, я к Ивану». Я к Ивану. Написали, да? Да. Отправляете теперь. Отправила. Ага, и Тим, увидел ваше сообщение. Смотрите тогда. Как сейчас с нами поступит? Буквально минуточка, я вам позвоню сейчас в самом Телеграме. Хорошо. Договорились? Договорились. Хорошо, вы там вы только нажмите там «Добавить контакт». Хорошо, разберемся. Хорошо. То тогда ожидайте буквально секундочка. Хорошо. Да, Максимаркет в последнее время совсем какие-то укурки стали. Алло, алло, сейчас, попробуем так. Так лучше слышно? О, уже лучше. Хорошо. Так, теперь смотрите, что мы с вами сейчас сделаем. Для того, чтобы я вас мог правильно направлять, чтобы я понимал, что у вас в телефоне сейчас открыто, нам для этого с вами потребуется такая удобная функция, как демонстрация экрана. Хорошо. Смотрите, как она включается. Один раз нажимаете на «включить видео», только не спешите, самое главное, один раз включите видео. Слева внизу у вас будет экран телефона. Вы на него нажимаете и запустить трансляцию. Сейчас. Написала. Начать. Хорошо. Да, начать. Слушайте, отлично. Теперь пальчиком сверху вниз. Сверху вниз. Хорошо. Да, теперь нажимаете. А у вас снизу клавиши выезжают, правильно я понимаю? Да.
То есть нажимаете тогда назад. То есть там, видите, у вас должен быть, по идее, кружочек, то есть на главную выходить. Вот, то есть выходите еще раз назад. Еще раз назад куда? Вот, то есть мы с вами вышли. Теперь, смотрите. Теперь, что у нас с вами? Заходите тогда сейчас в YouTube. Я вас познакомлю с нашей компанией, чтобы вы понимали, на какие нас мероприятия зовут. Ой, да, я не пойду сейчас в YouTube. Мне сейчас не до этого, да. А, вы сейчас заходите, да? Просто трансляция немного подвисает. Поэтому... Я не пойду ни в какой YouTube, расскажите словами. А, словами? Дело в том, что у нас был... Нас приглашали на банковский форум в Сочи, там, где участвовала глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, также там был еще Аксаков, то есть это президент Ассоциации Российских Банков. Вот, дело в том, что как раз-таки... Нас пригласили для того, чтобы мы поделились своим опытом работы с клиентами. То есть, понятно. Я понимаю, что вот вы скажите, вот вы когда банком пользуетесь, да. Вы же замечали, что у вас там небольшая комиссия есть? Есть комиссия, да. Вот, а до этого банки же обычно зарабатывают чем? Конечно же, на кредитах, на процентах. Хорошо. Для того, чтобы снизить вот эти вот проценты, пусть для зарабатывают, этого... да. Вот, то есть, поэтому вот вы можете сейчас уже в 2024 году видеть результаты итогов того форума. Это понятно? Понятно. Да, хорошо, теперь уже вы хотите посмотреть, то есть, как же мы будем торговать золотом, тем же никелем и газом, правильно? Правильно. Теперь смотрите, тогда нажимаете сейчас на главную и заходите в Google Play. То есть я вам помогу сейчас установить приложение. Ай, подождите. Я вы установлю... Не... Да, присылайте ваше приложение, я потом установлю его на компьютер. А, так у вас компьютер рядом есть? Есть. Слушайте, подскажите, а в нем скайп есть? Просто так будет удобнее нет, намного. Скайпа в нем нет. Слушайте, это не очень хорошо. Смотрите, просто дело в том, что, в принципе, через смартфон оно вам немного удобнее будет, нежели нет, через компьютер. Там большой экран, и я смогу все видеть. А, хорошо, давайте тогда я вам помогу сейчас установить скайп на компьютер. Ой, не надо. Помочь разобраться. Ой, не надо ничего. И пришлите вашу платформу, я сама посмотрю. Присылайте ее сюда. Так, смотрите, а вы сами-то разберетесь. А если ничего, я позову, я позову Изю. Учение, поймите правильно. Изя придет и все сделает. Поймите меня правильно, я же вам помочь хочу. Изя придет и все сделает, хорошо, не переживайте. Кто вам сделает? Изя. А это сын который, смотрите. Нет, сын это Фима и Моня, а Изя это племянник. Ну, племянник, хорошо. Да. Смотрите, просто я же вам объясняю, для того, чтобы вам как минимум зайти, вы же не знаете ID нашего сервера, то есть как минимум, вы же не знаете, как выглядит интерфейс, я бы вам для начала продемонстрировал это. Пришлите ссылку, Изя разберется. Вы хотите прямо сейчас по ссылке к нам перейти, хорошо, да. Без проблем. Смотрите, тогда... Потом Изя все выглядит... установит, чего надо, куда надо, куда не надо. Смотрите, тоже. Я же рядом с вами, то есть хорошо. Я вам все помогу, понимаете? Давайте, присылайте ссылку, мы сейчас все посмотрим. Хорошо, тогда сейчас вот я скидываю вам ссылочку. Нажимайте хорошо, Форекс Брокер Максимаркет. Хорошо. А, нажимаете. Нашла, Максимаркет, да. Вот, то есть вы можете прочитать нашу информацию. Хорошо. Мы есть. Да. Вы как можете заметить, что мы с 2008 года. Да. Вижу, да, технологии, сервисы. Вижу, вот, да. Вот, теперь видите, вот справа вверху есть авторизация, терминалы, аналитикам. Да. У нас есть. Есть. У нас, вот, теперь вы можете, знаете, что нажать? Вот, там была регистрация, авторизация. То есть для того, чтобы мы с вами зашли в ваш личный кабинет. Подождите, терминалы, аналитика, инструменты. Вот зеленая кнопочка, видите? Зеленая кнопочка, да. Авторизация. Регистрация или авторизация? У вас авторизация. Вы оставляете имейл, который вы оставляли. То есть вы помните, который на заявочке нам оформляли? Не помню. Ага, тогда сейчас буквально минутка, сейчас я уточню.
СВД у вас была? Да. Ага, РАМ. РАМ, да. СВД, цифры, они разные бывают, потому что да. Фима все время путает. 762, еще что-нибудь есть? Нету ничего, то есть все правильно. Рамблеву, да. Пароль. Смотрите, для вас сделан был технический пароль, то есть робот сам его придумал. Хорошо. Смотрите, вы сейчас переключайте на английский. Да. Теперь от 1 до 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И маленькая буковка X. Третий ряд, вторая буковка. Yes, третий ряд, вторая буковка. Войти. Вот нажимаете «Войти». Да. Неверное имя пользователя или пароль. Странно. Странно. Сейчас буквально секундочку. Сейчас свяжусь с сервисным специалистом. Буквально секундочку. Ага, то есть так же не работает. Сейчас буквально да. Минутка. Давайте уточним. СВД 762 собака Гамблеру. Да, то есть почта правильная. Да. СВД 762 собака Гамблеру. Пароль, как вы сказали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X. А, смотрите, дело в том, что единичку забыли. А, единичку. Сейчас переверили. Единичку забыли, да. Это все Фима. О, да. Это все. Ага, случайно нажали, ничего это страшного. Это все Фима, войти. Да. Войти, да. Сейчас, так, сейчас он мы влезется. С вами заходим в ваш личный кабинет. То есть это был временный пароль. Дальше да. Мы его поменяем. Торговать, пополнить, вернуться на сайт. Запомнить пароль. Пусть запомнит, да. Да, потом... запомнит, пускай. Хорошо. Первое время пускай будет. Так, теперь смотрите, видите, у вас есть три кнопочки сверху. Нет, трех кнопочек. Пополнить это счет, пополнить, торговать, да. Есть нам такое. Нужна кнопочка торговать. Нажимаете на нее. Кнопочка торговать. Да, нажимаете на нее. Да. Вот сейчас у вас запускается. Ага. Войти в любом случае. Войти в любом случае, хорошо. Да, это просто из-за того, что некоторые браузеры так реагируют. Честно сказать, мы не знаем, с чем это связано. Как можете видеть, у вас даже тут подсвечивается. То, да, теперь все вижу, да. Вот, теперь вы можете сейчас наблюдать вот это. Видите, вот написано «популярные». Это имеется в виду популярные инструменты. То есть вы сейчас наблюдаете валюту, то есть AUD, USD, биткоин, то есть это криптовалюта. Вы вот можете на тот же биткоин сейчас нажать. Нажимайте на биткоин. Ай, доктор Берзон, страшно удивиться, что это тоже инструменты. Ну, хорошо. Нажмем на биткоин. Да, и что? Это можно называть также активами. Нажимаете на биткоин. Хорошо, нажала. Ага, теперь смотрите. Вы теперь можете немного как раз-таки... Вы чуть ниже опуститесь, чуть-чуть ниже. У вас просто вот это... Нет, пальчиком вниз. Пальчиком? Видите, у вас есть три... Стрелочка, смотрите, у вас там где один час. А, стрелочка, да, нет, вижу один час. Вот биткоин, один час, 19:05:24, по-моему. У меня просто немного подвисает ваша трансляция. Понятно. Вот, то есть смотрите, у вас там стрелочка должна быть, там где у вас макс написано, видите? Там где 67 тысяч и макс написано. Да. Вот, а там под ней есть стрелочка наверх. Есть такая маленькая, да. Смотрите, то есть благодаря этому, смотрите, видите, сейчас как раз-таки биткоин идет на рост. То есть да, у нас есть уже сегодня с вами возможность как раз-таки заработать для вас первые 20 тысяч рублей, понимаете? Понимаю, то да. То есть это самый минимум, который вы можете заработать. То есть... Хорошо, хорошо, давайте заработаем, пока биткоин не убежал никуда, пока остались смотрите, еще биткоины, смотрите, а то сейчас все начнут покупать чтобы... и все кончится, кончатся биткоины. Смотрите, для того, чтобы нам с вами сразу торговать, наши нужны будут средства, вы же это ну, понимаете. Ну, конечно, давайте купим биткоины, пока не кончились, за ними, наверное, уже очередь стоит. Еще раз. Надо купить биткоины, пока они не кончились, пока за ними ну, с вами не стоит очередь. Вы мне подскажите, вот получается, у вас же хотите купить биткоин, правильно? То есть вы хотите уже на нем сегодня заработать. Ну я не знаю, что еще. Давайте биткоины, может быть, еще что?
Ну вот, смотрите, видите у вас там, где 1М, 5М, 15М, 30М, видите? Вижу. Вот, там есть стрелочка, типа такая, влево, как бы. Нажимаете на нее сейчас. Хорошо. Вот, это я вам показал именно криптовалюту. Видите, внизу есть пятая по счету, написано Gold, USD. Gold, да, золото, да. С английского, это золото. Помните про то, что мы про золото с вами общались? Конечно. Так вот оно, золото. То есть оно измеряется, вот видите его цена. То есть да. По факту, и даже если мы его здесь купим, вы будете считаться как инвестор, который купил золото. Ну хорошо, понимаете? Я готова купить золото. Где мы его купим? Смотрите, мы же его... Вот видите у вас кнопочка «Открыть сделку». Открыть есть, сделку, да. Да, вот один раз сейчас нажмите. То есть смотрите, тут сделки бывают различных типов. Есть, которые начинаются от 30 долларов там, до 70. То есть в среднем это уходит 50 долларов на сделку. Смотрите, сейчас видите, у вас их 50 контрактов. Да. Теперь вы минус видите, там где 50 контрактов, можно слева минус, справа плюс. А, это меньше, это больше, я поняла, да, это все просто. Видите, как... подписано контракты, то есть мы да. Как бы не слитками покупаем, а именно контракты. Контрактами, да. То есть мы заключаем да. Контракт на то, что мы владеем там по такой-то цене, такой-то актив. То есть мы владеем, допустим, вот опускайтесь на самый минимум, то есть ставьте там 10 контрактов. То есть по факту мы будем с вами иметь 10 контрактов. На золото, то есть именно по данной цене. Ну хорошо, все... ладно, 10 контрактов на золото, я поняла. Вот, да. Но у меня будет документ, и там будет написано, где оно будет храниться, правильно? Смотрите, дело в том, что это немного не так работает, как не это, так. Если это пойти купить в банке, понимаете? Ну да. Тут совершенно это по-другому, то есть тут у вас как раз-таки она фиксируется, то есть вы... как зашли в сделку, то есть она у вас зафиксировалась. То есть вы купили золото, допустим, вот можете сейчас вернуться на график, вот я вам даже банально вот как пример приводил. То есть, допустим, условно, мы купили с вами золото по цене 2300 долларов. После этого, то есть буквально там некий промежуток времени, там, ну, допустим, прошел день. И у нас с вами да. Как раз-таки выросла цена до 2400 долларов. Хорошо, я поняла, да. Вот, смотрите, тогда как мы можем с вами сделать? Угу. Вот, вы, подскажите, вот вам такой формат вообще обучения, работы нравится? Хорошо, давайте уже чего-нибудь купим золото. Хорошо, для того, чтобы нам купить, нам же нужно иметь с вами средства. Конечно. Вы мне вот подскажите тогда, какую бы вы сумму хотели для начала бы инвестировать? Золото, но если оно вырастет хотя бы в полтора раза за месяц, то 200 тысяч. Ага. Слушайте, довольно-таки неплохо, в принципе, тогда. Смотрите, тогда как мы сейчас с вами сделаем? Мы для начала с вами возьмем именно 50 тысяч. Хорошо. То есть, это мы сделаем тестово, и я вам, кстати, для того, чтобы я понимаю, нужно квартиру как можно быстрее, то есть за месяц, я также запрошу от компании соинвестирование, чтобы вам было намного быстрее. То есть мы также с вами 50 на 50. Хорошо. Давайте. Да, смотрите, это хороший дешевт. 50 на 50. Хорошо. Хорошо. Это равные иски. Да. Я с вами согласен. То есть смотрите, тогда мы с вами чуть ниже опускаетесь. Куда? Я нажала пополнить. Случайно. Вижу 0 USD. Смотрите, теперь чуть-чуть ниже. Видите, у вас тут где написано Recommended? Да, вижу. Нажимаете чуть ниже. Куда сколько? Ниже? А, Card Number. Вот, нет, выше. Там, где Grow Pay. Чего? А, Grow Pay, да, вижу. Нажала. Вот, теперь, чуть ниже, видите? Смотрите, тогда вы не подскажите, у вас еще нету никаких... биржевых лимитов на карте? Нет. Нет, хорошо, тогда смотрите. Мы с вами нажимаем. Тогда давайте с вами проведем на две транзакции, для того, чтобы это было куда более удобнее. Хорошо. Пишите 25 тысяч, то есть 2530. Так. Секунда. 25000. Да. Вы видите мой экран, нет? Нажимаете
Подождите. Кнопочку нажимаете. Да на подождите, вот вы видите мой экран или нет? Я все правильно сделала, да, или нет? Да, вы все правильно делаете. Ой, нажимаете, да, на хорошо. Кнопочку. Нажимаю на кнопочку, смотрите, да. Да, вот секунду. Синенькая кнопочка, да. Синенькая кнопочка, да, хорошо. А кому я перевожу деньги? Кстати. Смотрите, вы как бы сейчас у вас идет прогрузка? Просто у меня сейчас экран не загрузился. Да, смотрите, хорошо. Мы сейчас с вами будем рубли конвертировать в доллар. То есть для того, хорошо, чтобы вы могли купить тоже золото. Я поняла. А куда эти деньги уходят? Смотрите, эти деньги идут продавцу, то есть который продает доллар. Мы же у него покупаем доллар за рубли. А кто продает доллары? Как его зовут? Смотрите, очень важная деталь. Для того, чтобы нам с вами не выходить за рамки лимитов, чтобы получить выгодный курс, да, нам не нужно превышать сумму 15 тысяч рублей транзакцию. Смотрите, меняйте сейчас 25 на 15. Хорошо. Даже чуть-чуть меньше. Хорошо, чуть меньше. 480. Хорошо, есть, ладно. Хорошо, хорошо. А то чуть ниже опускаетесь. Да, хорошо. Чуть ниже опускаюсь. Куда я опускаюсь? А, да, вижу. О, ага, вот, то есть мы чуть-чуть вверх уехали, поэтому смотрите. Вот, видите, там, где руб написано. Вижу. Смотрите, мы ставим с вами цену 14 980 Ой, оно вылетело. 14. А вот, видите, браузер. Браузер. Видите, он у вас между камерой и телефончиком. Нажимаете туда обратно. Какой браузер? А, между камерой и телефончиком. Да, сейчас. Нет, это вы в Телеграм. Нет, это вы в Телеграм зашли. Выходите это назад. Я в Телеграм зашла? Хорошо. Нет, выходите с Телеграма. Выходите с Телеграма сейчас. Подождите. Сейчас, одну смотрите, секунду, да. Смотрите, вы сейчас просто нажимаете у себя на главную. Ждите, я запуталась. А у вас кнопочки внизу, видите, от телефона выезжают? Не выезжают никакие кнопочки, не выезжают от телефона. Вот. Так, смотрите, просто выходите назад. То есть как вы выходили с чата? То есть выходите назад. Нет, не вот так вот, смотрите. Нет, то есть вы сейчас пальчиком сверху вниз проводите. Пальчиком сверху вниз. Хорошо, да, все, провожу. Нет, смотрите, вы немножечко не то сделали, у вас закончилась трансляция. Вы смотрите, вы зайдите обратно. Хорошо. То есть у вас сейчас моя. Все, подождите, правильно? Я все поняла, молодой человек. Так, сейчас я все переведу, я сообразила. Сейчас, сколько вы говорите? Я же вам сейчас помогу. Да не надо, я уже все справилась сама. Сколько вы говорите, чуть меньше 15? Смотрите, чуть меньше 15, то хорошо, есть это подразумевается 14 980. То есть мы это с вами сделаем банально, там, тремя транзакциями, для того, чтобы просто у вас не сработал лимит. У нас у многих клиентов, даже опытных инвесторов, у них хорошо, хорошо, лимиты были. Ладно, это хорошо, так, сейчас все сделаем, подождите, не отвлекайте меня. Так. Смотрите, я вам сейчас хочу просто помочь, и у меня трансляция, она отключилась. Я уже все справилась, молодой человек. Вы уже все справились? Да. Сейчас, секунду, надо нажать submit. Я тут мид. Да, смотрите, вам же дальше нужно помочь, понимаете? Что ж помочь? Оно не сразу делается, смотрите. Как оно давайте не сразу вам делается? Дальше что? Смотрите, сейчас вам нужно вернуться ко мне в Telegram. Зачем? Для того, чтобы включить трансляцию экрана, чтобы я вам дальше помог, понимаете? Я не вижу ничего, я не могу вам сейчас даже сориентировать вас, я же не вижу картинку. А что вы хотите? Ну, хорошо. Я же вам помочь пытаюсь, понимаете? Вот вы у меня сейчас спрашиваете, что дальше делать? Ну, а давайте попробуем, да, хорошо. Нет, это вы камеру включили, нет. Да? А я камеру, да, камеру выключаете. Выключаем. Все. Нет, выключайте. Нет, это вы камеру не выключили. У вас также камера включена была. Смотрите, вы сейчас, самое главное, выключаете ее. Нет, не спешите. Смотрите, сейчас вы один раз нажимаете на камеру. То есть выключить камеру. У вас там будет на выбор передняя камера, задняя камера и экран телефона. Вы нажимаете на экран телефона. У меня нет никакого экрана телефона. Мне сейчас выключите камеру. Выключила, сейчас. Да. Нет, она у вас до сих пор включена.
Вот я ее выключила, она включена. А вы ее... Нет, вы ее переключаете, понимаете? То есть вы между фронтальной и передней камерой, вы ее переключаете. Вот, вот, теперь сейчас вы ее выключили. Да. Теперь не спешите. Один раз нажимаете на «включить видео». Далее, так. После этого у вас там будет на выбор. А, все, нашла. Да, хорошо, да. Да. Слушайте, какая вы умница. Да, сразу конечно. Сразу схватываете. Да, начать. Хорошо. Так, слушайте, заходим обратно. Ой, заходим обратно в ваш эту телеграм. Сейчас. А, теперь опускайте пальчиком сверху вниз. Все, вот я нашла кранчик. Вас. Все. Вот, теперь обратно показывайте то, что у вас там произошло. Хорошо. Куда вы там дальше нажали? Хорошо, да. Теперь справа вверху три полосочки нажимаете. Три полосочки. Да. А, и вот у вас... Ага. Вот у вас сейчас там... Да. Сейчас заходит пополнить, оно. Пополнить, да. Сейчас. Пополнить, да. Да, сейчас прогружается. Хорошо. Смотрите, видите, сейчас у вас идет прогрузка. Да. Вот загружается, смотрите. Да. Вот прогрузилось уже понемногу. Теперь выбираете у вас тут Grove Pay, то есть второй. Grove Pay, да. Вторая виза. Да, да, теперь ниже. И теперь также. И теперь буквально секундочку. Сейчас я запрошу с финансиста, то есть как бы нам лучше сделать, чтобы не навредить банку. Потому что Тинькофф Банк, он очень довольно-таки странный, поэтому... Ой, Тинькофф Банк хороший, вы дайте мне реквизит, и я переведу. Я умею переводить, я когда покупаю фризелин, я всегда перевожу. Вы дайте реквизит, и все. Ага, хорошо. Тогда сейчас... На, смотрите. Да. Смотрите. Да. Смотрите, напишите здесь 10 тысяч сейчас. Хорошо. Нет, 10 тысяч. Подождите. Сделай одну... Смотрите, вам нужно написать 10 тысяч, не 7, а 10. Смотрите, вы сейчас пишете 7 тысяч, а вам нужно 10. Я написала 7.40, и сейчас 7.40 я отправлю. Нет, смотрите, вы видите, то есть вы чуть-чуть неправильно написали. Не менее 1000 рублей, хорошо. Ладно. Смотрите, вы сейчас просто спешите, понимаете? Да. Да, то есть самое главное, не спешите, то есть выше, назад. Да, да. Нажимаете там, где у вас вверху кнопочка была «Пополнить». Хорошо. Нажимаете на три полосочки сейчас. Три полосочки, да. Пополни три полосочки в личный кабинет. Я переведу 7040 рублей. Пополнить. Да, теперь сейчас мы ждем с вами прогрузку. Хорошо. Выбираем «Grove Pay». Хорошо. Так вы дайте мне нормальные реквизиты, что мы мучаемся. Поймите правильно, потому что продавцы то появляются, то пропадают. Grove Pay, чуть ниже, опускаемся. Да. Смотрите, 14 980. Вы написали 7400. 7.40. Остановите сейчас. Написала 7.40. Смотрите, вы написали сейчас 7400. Внутренний понимаете? Отдых. Номер такой-то. 807 чего-то. Заказ. Это крипто-кошелек. Понимаете, вы можете сейчас попасть под биржевой лимит, понимаете? Я уже все написала. 7.40. Вы берите платежную систему. СБП на Тинькофф. СБП на Сбербанк. Хорошо, я вижу номер крипто-кошелька. Алло. Смотрите, сейчас вернитесь назад. Зачем? В самом низу там. Смотрите, вернитесь назад. Смотрите, я так что, если я не ошибаюсь, вы хотели 200 тысяч инвестировать, правильно? Да, я перевела 7040 рублей. Смотрите, секунду. Вот, видите, отмена. Нажимаете отмена. Сейчас я запросил у финансиста, сейчас нету проблем с биржевыми лимитами. В принципе, хорошо. Там. То есть нажимаете «Хочу выполнить другой перевод». Хорошо, «Хочу выполнить другой перевод». Да,
Да, он самый нижний был. Да, вот, нашла. Хочу выполнить другой перевод, да. Да. Так. Теперь ниже, 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 да. Опускайтесь. Да. Ниже, опускайтесь. Да. Самый низ. Да. Вот, и нажимаете пропустить. Пропустить. Нажимаете пропустить. Хорошо, да. Вот, сейчас. Так, сейчас не торопитесь. Ну, хорошо. Пишите сумму 14 980 рублей. Так, 14 980 рублей. Хорошо. Вот, теперь нажимаете вот эту кнопочку. Хорошо. Так. Так, теперь, секундочку, теперь ниже опускаемся. Да. То есть сейчас мы с вами, да. Как можете наблюдать, ниже опускаетесь еще. Еще ниже. Вот, теперь вы выбираете первый, S, то есть там, где Тиньков. Да. Видите, чуть выше. Вот, вы нажимаете сюда. Угу. То есть SBP на Тиньков. СБП на Тиньков. А кому на Тиньков я перевожу деньги? Смотрите, вы сейчас там увидите всю подробную информацию. Продавец просто находится, понимаете, он просто находится в другом, он находится в Кыргызстане. Хорошо. Но я вам сейчас все объясню. Да, по номеру телефона. Смотрите, чуть-чуть ниже. Еще ниже. Ниже. Нажимаете подтвердить. Чего подтвердить? А вот, видите, у вас кнопочка есть отмена. А есть подтвердить. Молодой видите? Человек, там 14 437 рублей. Куда делись нет, остальные? Ниже. Куда ниже. Делись это остальные? Видео. Это просто подробная инструкция. Смотрите. Подробная ниже. Инструкция. Да. Нажимаете подтвердить кнопочку. Так, и то что? Это идет базовый курс. То есть я, так как я с вами сейчас нахожусь, я вам это продемонстрирую прямо сейчас. То есть я вам с этим помогу. Вам не нужно будет смотреть видеоролики. Хорошо. Так, можете... подтвердить. Теперь ниже. Чуть-чуть ниже. Опускайтесь. Сумма. Банк вот, Тинькофф, Кыргызстан. По номеру телефона. Телефон в Кыргызстане. Да. Геннадий ВВ. Вот. Да, вот, Геннадий ВВ. То есть вы сейчас копируете номер телефона. Да. Смотрите, какой? Чуть-чуть выше, поднимитесь. Да. Вот, видите, рядом с ним такой планшетик есть. Рядом, там, где написан телефон, есть планшетик. Увидели? Планшетик, где телефон? Вот, выше. А, выше, вижу, видите, да, да. Да, телефон и рядом с ним планшетик. Нажимаете на этот планшетик. Угу. Нажали, правильно? А кто такой Геннадий ВВ? Это как раз таки продавец, который продает доллары. Он готов у вас купить как раз таки рубли. Хорошо. За доллары. Хорошо, а доллары куда он отправит? Смотрите, дело в том, что данные вам все чеки, у вас все будет. Хорошо, куда будут, где будут мои доллары? Вот, они у вас будут светиться на счету. То есть они будут у вас на вашем счете. А счет у меня где? У вас счет будет в нашей компании. То есть у вас он сейчас уже есть. Просто если бы на нем были средства, мы бы уже с вами купили тоже золото, тот же биткоин. Понимаете? Понимаю, да. Хорошо. Вот, поэтому теперь сейчас заходите в свой Тинькофф банк. Да. Сейчас. Одну секунду. Там. Вы же скопировали номер, правильно? Копировал, да. Да, на планшетик нажали. Хорошо, да. Тогда сейчас заходите в Тинькофф банк. Хорошо. Так, вы там заходите, правильно? Правильно. Нажмите сейчас вот на кнопочку по центру. Кнопочку по центру. Хорошо. Да, просто... Да, просто дело в том, что трансляция у нас, видимо, подвисла с вами, потому что... Можете закрыть все лишние приложения? А у меня все закрыто. А, у вас все закрыто, ага. Да. Смотрите, просто... А, так разблокируйте сейчас экран тогда. Так у меня все разблокировано. Куда идти? В Сбербанк? Смотрите, вам сейчас Тинькофф банк. Ну, хорошо. Нам сейчас зайти в это приложение. Я уже там. Ага, вы уже там. Да. Смотрите, просто дело в том, что трансляция подвисла, я сейчас не могу это увидеть. Вы можете сейчас... Смотрите, вы нажимаете на... Нажимайте по номеру телефона, то есть платежи. Так. Вот. То есть нажали, правильно? Да. Теперь по номеру телефона.
Да. Телефона это все делаете? А вы же это с компьютера или с телефона все же делаете? Телефона. Ага, с телефона. Ага, вы мне подскажите, а у вас что там сейчас пишет на экране? Ничего. А вы же... Дело в том, что у вас сейчас экран заблокировался. Ну да. А вы можете как раз таки вот его разблокировать для того, чтобы вам что же пополнить свой торговый счет, дабы вы могли купить, понимаете? То есть вам хорошо. Сейчас нужно зайти в Тинькофф Банк. Я уже там. А как вы можете быть сейчас в Тинькофф Банке, если вы сейчас находитесь на сайте? Я в Тинькофф Банке тоже дохожусь. Погодите, вы хотите сказать, что вы сейчас в самом Тинькофф Банке? Правильно. Но я же вам, понимаете, дело в том, что я же вижу ваш экран, понимаете? Понимаю, можете видеть дальше. То есть вы мне объясните, а вот что сейчас происходит? Мы будем с вами торговать или нет? Конечно, я уже вошла в Тинькофф Банк. Ну, как вы мне объясните, что вы вот зашли в Тинькофф Банк, если у вас вот сейчас вы написано время транзакции, видите? Вижу. А как вы можете быть сейчас в Тинькофф Банке? Прекрасно могу быть, на другом телефоне. Вы на втором телефоне ну это да, делаете? Конечно. Слушайте, ну вы бы так сразу сказали бы, ну понимаете? Вот, да. То есть вы сейчас нажимаете в раздел «Платежи». Да. Потом видите, по номеру телефона. Правильно, вижу. Да, теперь вы видите, там у вас плюс 7 написано. Да. То есть вы выбираете там из списка Кыргызстан. Да, да, Кыргызстан, да, есть такое. Да, пишите внимательно номер. Пишите внимательно. Да, так, подождите, 99, сейчас одну секунду. Да. Выбрали Кыргызстан, сейчас пишите. Пишу. Ну, пишите номер? Да, да, не мешайте. Сейчас я собьюсь. Хорошо. Сейчас пишите номер. Так, подождите, да. Написала. 654, да. Ой, кто же у вас там кричит? Вас что там, петухи? Да, слушайте, это у нас сейчас будет корпоратив просто намечается. Поэтому... Ой, какой кошмар. Ну, у вас там могу думали? Такое хило, что у вас там петухи. Бывает. Какой кошмар. Смотрите. Ну хорошо, так, все, я написала, да. Да, далее, вы написали. Выбираете М-банк. М-банк? Да, ага. М-банк. А, это который в Кыргызстане, да. Да, который в Кыргызстане, да. Угу. Теперь нажимаете на него. Угу. Теперь вы указываете сумму. То есть вы указываете сумму в размере 14 900 80 рублей. Хорошо. Ни рублем меньше, ни рублем больше. Хорошо. Обязательно. Да-да. Алло. Да, вы пишете? Да, я уже все написала. А, вы уже написали сумму. Да. Теперь нажимаете отправить. Отправить, все. А, теперь нажали, правильно? Да, теперь все. Теперь вы сохраните чек, самое главное. Конечно, куда же без него? Что? Куда же без него? Вот, правильно, фиксируйте. Хорошо. Теперь, сейчас. Да. Теперь опускайтесь немного ниже. Хорошо. Нет, я имею в виду не в Тинькофф Банке, а в самой, вот, на другом телефоне, где у нас сейчас с вами связались же. Хорошо. Да, что написать? Теперь вы... Так, теперь вы видите то, что у вас тут написано время транзакции, то есть подтверждение об оплате. Да. И что? Смотрите, а вы можете сейчас продемонстрировать себе же отправить чек? Кому себе? Чтобы видите, тут подтверждение об оплате. Это чтобы продавец убедился, то, что именно это ваш платеж. Ага, поняла. То есть, чек? Да, то есть вы можете. Да, то есть вы можете чек просто закрыть. Хорошо, хорошо. Вы знаете, пусть тогда продавец скажет мне кодовое слово и сумму, которую я ему перевела. Так смотрите. Дело в том, что вам сейчас нужно загрузить конечно. Подтверждение об оплате, чтобы продавец убедился, то, что именно это вы отправили, понимаете? Я хочу убедиться, что это продавец Геннадий ВВ. Пусть он мне скажет кодовое слово, которое я ему отправила, и сумму. Тогда я пришлю ему чек.
Прямо туда на телефон. Который он мне сказал. У него есть WhatsApp? Алло. Алло, да, вы можете сейчас просто загрузить? Отправьте себе же чек в Телеграме. Хорошо, вы сейчас мы сделаем по-другому. У Геннадия ВВ есть WhatsApp? У него есть WhatsApp, для как чего? Оказалось. Для чего вам сейчас? Для чего вам его WhatsApp? Он уже у него есть, как выяснилось. У него есть WhatsApp. Ой, у него есть еще, знаете что? Хорошо. У него есть еще Viber. Замечательно. Смотрите, я ему отправлю через Viber. Я же вам объясняю, для того, чтобы вам как раз таки взять, подтвердить ему оплату. Поймите правильно, конечно. Если вы ему сейчас напишете, он же не сможет вам сейчас перевести, понимаете? Я уже все он сделала. Я уже подтвердила ему оплату. Я отправила ему Viber. То есть вы должны сейчас закрепить в самом браузере, увидели, там было подтверждение оплаты. Конечно, я уже все ему подтвердила, я отправила ему на этот телефон. Вы можете себе чек отправить? Зачем мне себе? Я его отправила Геннадию В. Так погодите, да. Вам обязательно нужен будет чек, вы понимаете? Конечно, он у меня есть. Смотрите, вот видите, можете открыть сейчас вот. Что? Откройте сейчас, вот, разблокируйте экран. Хорошо. То есть, и вы можете сейчас написать, то есть, время транзакции, то есть, и номер телефона, и вам там все будет уже видно. Хорошо, я поняла, да. Хорошо, но я уже все отправила Геннадию В. Я ему написала переписку. Смотрите, чтобы он позвонил вам и сказал вам кодовое слово. Если он скажет вам кодовое слово, я отправлю чек и сюда тоже. Так погодите, это же вы сами себе будете чек отправлять. Зачем мне сам себе? А в чем вам проблема показать чек? Зачем? Как только вы мне скажете пароль, который я отправила Геннадию В. Тогда и покажу. А для чего нам ваш вот пароль, объясните? Ну, чтобы я убедилась, что... Как нету пароля? Я когда отправила Геннадию В, я написала ему пароль в назначении платежа, и еще я ему написала в его Viber. Так он это и понимает. Вот. Нам это-то не нужно, понимаете? Вам, ну, поймите правильно, это нужно делать для того, чтобы именно вам деньги на счет поступили, не кому-то другому, понимаете? А я ему написала, чтобы он правильно перевел деньги. Так, он же все с ним переписываюсь. Поймите правильно. Да. Я же вам объясняю. Это все уже автоматизировано. Сейчас конечно. У нас 21 век на дворе. Понимаете? Прекрасно, я понимаю. Так вот, я отправила и переписываюсь с Геннадием В. Вы же не переводили, правильно я понимаю? Он хороший молодой человек. Я все переводила. И отправила деньги. Оплату, правильно? Почему вы так решили? Ну, потому что я так смотрю, вы сейчас просто боитесь... То есть, понимаете, но продавец предоплаты сейчас не видит. Как понимаете? Не видит? Он мне все написал в Viber. Он все прекрасно что видит. Он, что он вам там написал? Он написал спасибо. Все пришло. Так вот, вам же нужно отправить чек на подтверждение. Ну, я ему отправила чек что? На подтверждение. Все вам верно. Вам для того, чтобы завершить эту сделку, да. Смотрите. Да. Вам нужно, во-первых... подтвердить. То есть то, что вы совершили оплату. Конечно, я ему уже все подтвердила. То есть, смотрите, это во-первых. Да. Вы слышите? Слышу. То есть, понимаете, у меня просто вот только один вопрос вот назревает. Да. То есть вы мне сейчас говорите... Чего у нас? Какой фугунку называет, я не поняла. Что? Слушайте, я не до конца понимаю, то есть вообще, что происходит сейчас? Я отправила все, что надо Геннадию В. Он мне написал спасибо, все пришло. Все. Вот, понимаете, дело в да. том, что вам нужно завершить сейчас с ним вместе сделку. Ну хорошо, чтобы... тогда напишите если Геннадию В. Как я не имею понимаете, чека, я имею если чек. Вы не имеете, если вы не имеете чек, это будет означать, что вы не отправили. Я имею чек. Я имею чек. Ну вот, если вы имеете чек, да. то так вам... Алло. Алло. Алло, алло. Вот, смотрите, вот есть пример, я вам скинул.
Вот нажимаете, да. Павел Большаков. Нажимаете. Да. Павел Большаков, да. Что? Да, нажимаете сейчас туда. Нажимаю. Павел Большаков. Вот, ну что, есть, чек. Можете, например, вот так вот сделать. Могу. У меня это есть, все хорошо. Ну, да, видите, здесь, ну, здесь паролев нет. Какой паролев нет? Пароли пишутся в назначении платежа. Ведь что, никогда не платили? Ну, всегда можно сделать... Вы понимаете, вы можете тот пароль тот же скрыть. То есть вы сейчас заходите в банк... А, я не хочу ничего скрывать. Пароль знает Геннадий В. У него спросите. Да, у него спросите. Вы потом нажимаете получить чек. Хорошо. Или же документы по оплате. Хорошо. Далее вам потребуется это в браузере. У меня это все есть. У меня есть и чек. Зачем? Я отправила Геннадию В. Так поймите правильно. Дело в том, что финансовая комиссия как раз таки следит за продавцами, понимаете? Какая финансовая комиссия? Это та организация, которая регулирует покупателей и продавцов, понимаете? Где находится финансовая комиссия, которая регулирует покупателей крипты? Вы что? Она международная, понимаете? Где она находится? Поймите, регулирует покупателей крипты. Не смешите мои тапочки. Понимаете? Смотрите, да. Мы сейчас с вами не крипту покупаем, а что? Сейчас мы с вами покупаем доллар. То есть доллар США. Да, мы переводим, понимаете, на криптокошелек. Правильно. Так кто регулирует покупателей и продавцов крипты? Какая комиссия? Смотрите, что? Мы да. Сейчас с вами, смотрите, да. Мы вот сейчас отправили. Да. Человеку, вот, вы купили у него доллар, но для да. того, чтобы система увидела то, что вы совершили платеж и никого не обманываете, да. вы должны как раз-таки прикрепить чек. Хорошо, понимаете? Я ему уже все подправила и все ему прикрепила. Так понимаете, он этого сделать не может вместо вас. Скажите, какая комиссия регулирует продажу крипты? Как она понимаете, называется? Я туда позвоню. Финансы, что? Маргарет, понимаете, это означает, что вы... Понимаете, вы пытаетесь либо меня обмануть, ай. Либо же вы просто не хотите зарабатывать. Маргарет Тэтчер, это мой псевдоним. Меня так звали в школе. Ага. Да. Потому что... Это неплохой псевдоним. Хороший псевдоним, потому что когда-то я дала по шее Андрюше Петровичу. Он сказал, что у тебя железная рука, и с тех пор меня стали звать Железная Леди, Маргарет Тэтчер. Смотрите, если вы оплатили, поймите меня да. правильно, там же время сейчас тикает, понимаете? Время тикает, хорошо, да. я вот, все оплатила. Это B2B, понимаете? И что, ну хай, я ему тут... Это B2B ордер, то есть это мы... То есть это на время идет, понимаете? Понимаю, я этому пи все написала, сейчас да. Нажимаете на... Сейчас заходите обратно в браузер, обратно же, потому что время тикает, понимаете? Хорошо, а сколько времени осталось? А нам же нужно посмотреть, сколько времени осталось. Выходите назад. Так, назад. Да. Выходите с Телеграма. Так, хорошо. Еще раз с Телеграма выходите. Еще раз выхожу. Так, дальше что? Смотрите, вы сейчас из Телеграма выходите, опустите пальцем сверху вниз. Так, хорошо, вышло. Так, сверху вниз. Так, и что? Вот, теперь, смотрите, у вас должна будет выехать клавиша внизу, то есть такая, на главную. Вы выходите на главную. То есть кнопка центральная. Видите, у вас кнопочка по центру есть такая. Кнопочка вот, вы по нажимаете центру? На нее. Кнопочки по центру у меня нет. Хорошо, выходите просто назад. Назад. Смотрите, просто выходите назад сейчас. Так, вышло, вот, да. Видите, у вас, видите, есть такая вот телефончик зелененькая. Да, хорошо, пошли обратно, хорошо. Я поняла, поняла, пропустить. Опустить нажимаете. Да. Теперь можете вот выше опуститься, вот выше. Выше опуститься, а, как понятно. Можно опуститься понятно. Выше? Поднимитесь выше. Хорошо. Геннадий В. Выше. Да. Еще выше. Вот. То есть вы оплатили по данному номеру телефона. Как можете заметить, ну, время идет. Время идет, да. 24:33.
Нет. Вот, сейчас ниже. Да. Ниже, опускайтесь. Да. Опускайтесь ниже немного. Хорошо. Да подождите, это сколько времени осталось? В течение еще 24 минуты, что ли? О, это мы 100 раз успеем еще. Смотрите, это да. Именно на вот этот ордер. То есть нам нужно сейчас с вами ниже опускаетесь. Ниже опускаюсь, ниже. Да. Вот, время транзакции. Время транзакции. Да, нажимаете туда сейчас. Зачем? Пусть мне ответит Геннадий ВВ. Скажет... А вы вот вы напишите сейчас время вот, транзакции, во сколько вы ее провели. У вас же должно быть... Должно быть. На... Конечно. Она должна быть написана. Конечно, есть. Ее знает Геннадий ВВ. Ну так вы можете написать время транзакции и зачем? Нажать, оплата завершена. Зачем? Так для того, чтобы система выслала вам ваши доллары, чтобы она начислила. Я сама разберусь. Мне уже все начислит Геннадий ВВ. Участвовать вот в этом цирке, понимаете? Дай человек, вы хотите в цирк? Делать, вас в детстве не водили в цирк? Какая жалость. Конечно, в цирке хорошо, слоны животные полезные, нечто я не понимаю. Ой, как у вас там весело. У вас тоже цирк на работе, я поняла. Поэтому у вас... Все там клоуны танцуют и поют. Скажите, пожалуйста, акробатов у вас там нет? Алло. Акробатов сейчас идет речь. Я же вам объясняю. У вас там цирк. У вас все танцуют и поют. Вот я и говорю. Вы знаете, вы зря заказали цирк. Надо было заказывать цыган с медведями. Это было бы веселее. Ай-не-не. Они бы пели ай-не-не, ломала чевела. Не надо заказывать цирк, надо заказывать цыганский хор с медведем. Круто, хорошо, да. Окей, прекрасно. Да. Сейчас закажем. Отлично. А подскажите, пожалуйста, вы совершили перевод, правильно? Да. Окей. Вы чек сохранили о переводе? Конечно. Конечно, прекрасно. Смотрите, вам его нужно прикрепить для данной транзакции, для подтверждения. В этом случае финансист будет, естественно, отклонять данный ордер, по причине чего, естественно, не будет зачисления финансов. Я все написала Геннадию ВВ, ему отправила. Я ему написала код Геннадию ВВ. Круто, и что толку? И ничего, я ему написала кодовое слово, мы с ним переписывались в Вайбе. И как только он, вы мне скажете кодовое слово, которое я написала ему, я все перешлю. Я же должна знать, что вы действительно от Геннадия ВВ, а не погулять вышли. Мы не Геннадий ВВ. Я понимаю, что вы не Геннадий ВВ, но если вы от него, то тогда скажу, пусть он перешлет кодовое слово, которое я ему написала. От платежной системе. Чего платежной системе? Что платежная система? Вы знаете, что такое P2P ордер или нет? Геннадий ВВ, я знаю. Я с ним переписываюсь. Причем Геннадий ВВ еще раз? Я же ему отправила деньги, поэтому я с ним и переписываюсь. Причем Геннадий ВВ сейчас? Это потому что я отправила деньги по телефону Геннадию ВВ. Значит, я ему отправила деньги, я с ним переписываюсь. Вы ему ничего не отправляли. Как не отправлял. Прекрасно, он мне все подтвердил. Мы с ним переписываемся в Вайбе. Не нужно меня обманывать, сейчас ничего не отправили. А, и вы просто не знаете Геннадия ВВ. Значит, вы с ним не знакомы. Я дома говорю. Нет, вот. А тогда вы непонятно знакомы. Откуда взялись. Я думала, вы приличные люди и пришли от Геннадия ВВ по рекомендации. А вы, оказывается, вообще с какого-то базара пришли. Что вы думаете? Тетя Роза будет говорить с тем, кто не по рекомендации? Алло. Алло. Что вы сейчас добиваетесь? Я хочу получить кодовое слово, пароль, который я отправила в Вайбе Геннадию ВВ. Я также его написала в переписке назначения платежа. Алло. Во-первых, назначение платежа ничего не указывается. Указывается всегда можно. Особенно в Тинькофф. Там есть специальная графа.
что вы не должны были оставлять данный комментарий по причине того, что это просится при переводе. Когда вы совершаете... Естественно. Нет, вы неправильно, вы никогда не пользовались Тиньковым, там все можно написать. Я когда оплачиваю фрезелин, я всегда пишу, какое количество фрезелина мне нужно. Алло. Совсем все плохо. Алло, алло. Куда вы все подевались-то? Молодой человек. Все? Цирк кончился? Я же говорила, не надо было заказывать цирк, надо было заказывать цыган с медведями. Алло, все? Пропал? Да, отключился. О, звонит снова, сейчас ответим. Алло. Что, да. Нашел вот эту комедию? Пожалуйста. Какую комедию? Это вы мне комедию ломаете. Я вам советую все-таки не цирк заказывать, а цыган с медведями. Тогда это будет не комедия, это будет хороший цыганский хор. Что? Вы можете нормально разговаривать? Конечно. Конечно. Я нормально разговариваю. У нас все так и разговаривают. Для чего вы комедию разводите? Мой дедушка, профессор Блюфштейн, прадедушка мой лечил от геморроя начальника одесской ЧК Кузина. Так вот, сначала потом расстреляли профессора Блюфштейна, а потом расстреляли самого начальника одесского ЧК, но уже без геморроя. Поэтому я все так говорю, да, слышу вас. Класс, я сейчас не за разговор, я сейчас за то, чтобы дайте наше время. Если вы хотите поговорить, разбираться... Конечно. Прекрасно. Вопрос в том, что вы разводите какую-то комедию. Вы вообще не с нашей компанией собираетесь, чтобы не надо сотрудничать. Я собираюсь сотрудничать. Да. Желаете сотрудничать? Если давайте. Желаете сотрудничать, я еще раз объясняю. Перестаньте тогда ломать комедию, вы ничего не переводили. Во-первых, потому что платежная система отчиталась о том, что перевод не был получен. Угу. Во-вторых, вы не писали ни Геннадию В, никому остальному. Вопрос отсюда следует. Зачем вы меня пытаетесь обманывать? Странно. Я все писала Геннадию В. Сделайте скриншот, отправьте мне. Зачем? Спросите у Геннадия В. Я сейчас повторяю. Это потому, что вы ничего не отправляли. А чего вы отключаете микрофон все время? Я еще раз повторяю. Вы вообще ничего не отправляли, ни Геннадию В. Геннадию В, он прекрасно себя чувствует, мы прекрасно общаемся. Он очень милый молодой человек. Алло. Ладно, если вы не собираетесь говорить, для чего вы сейчас ломаете то что? Комедию, то тратите мое время, то я вынужден с вами попрощаться, потому что бесполезно тратить время. Меня ждут остальные клиенты. Что же вас ждет, молодой человек? Я заинтересован в торговле. Где вы нашли заинтересованного клиента? Вы думаете, таких шлемазлов много? Где вы их бьете? Шлемаз. Да. Алло. Что у вас с телефоном? Вы все время отключаете микрофон. И что? Ничего. Нет, что с вами? Да ради бога отключайте. Главное, чтобы у вас не отключалось другое. Самый важный момент. Да. Я еще раз повторюсь. Да, повторитесь. Не дайте ни в свое время не чужое, все вам хорошо. Да подождите. Опять отключил микрофон. Почему он все время отключает микрофон? Странный человек. Он думает, что я положу трубку, это зря, он так думает. Алло. Молодой человек, я пошла готовить фаршированную рыбу, и я не буду тоже отключать телефон. Фаршированная рыба, чтобы вы знали, готовится 2,5 часа. Вы можете висеть еще 2,5 часа, я приду, и мы продолжим наш разговор. Отключила ему тоже микрофон, но он висит. Интересно, посмотрим, сколько будет висеть. Сначала он долго добивался демонстрации экрана. Ради бога, я ему могу демонстрировать все, что угодно на этом абсолютно левом девайсе, где ровным счетом ничего не привязано. Но когда понял, что заглянуть в мой банк не получится, от слова совсем,
Ну, стал настаивать на чеке. Ну, все прекрасно. Там на самом деле была сделка по крипте, как, которая открывается на определенный срок, на определенный период. И этот Геннадий – это просто продавец крипты. А что, поясняю, они делают? Они открывают сделку на каком-нибудь криптобирже, криптообменнике, получают, скажем так, адрес продавца крипты. Ему, этому продавцу крипты, я перевожу деньги по его номеру телефона. А продавец крипты, переводит деньги на их кошелек, крипто-кошелек. Все хорошо. Вот так вот. Ну, пусть висит дальше. Подождем. Ну, а что в данном случае я сделала? Я им запорола сделку по крипте. То есть крипту они не купили. Чем это грозит мошенникам? Тем, что их участнику криптообменника, криптобиржи прилетит некий небольшой минус в репутацию, как бы, в карму. Пустячок, а приятно. Алло. Алло. Розочка, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше самочувствие сегодня? Викто. Что сам? Викто. Да, вы верно подметили, нам с вами раньше не приходилось общаться, а меня Данил. Как не было. Данил, очень приятно. Слушаю вас. Что? Слушаю вас. Розочка, дело в том, что вы должны были общаться с моими коллегами по поводу условий заработка. Но почему-то от вас я не вижу никакой активности. Вы подскажите, вы хотя бы общались на эту тему? С кем? Сейчас скажу вам, Иван должен был с вами общаться, Веселов. Ну что это было, да. И что хотел ваш Иван? Как это что? Вы вот оставляли свои контакты, переходя в вашей рекламе, интересовались доходом. Вашей рекламе это какой? Описать, как мы зарабатываем, на чем? К вашей рекламе это какой? Реклама проекта Quantum System. Quantum System? Реклама проекта Quantum System. А, да. Совершенно верно. Инвестиции. Ненормальный совершенно Иван, который был пьян и просил денег. Алло. У вас хорошее чувство юмора. Да вы нет. Скажите лучше другое. Вы как-то общались, вам удалось разобраться, как это работает? И так, погодите, вы чего? Вы меня слышите вообще? Слышу, да. Ваш Иван был пьян и хотел денег. Вы знаете, я не подаю. Я нет, не даю денег даже Ваське, который живет в другом подъезде, его соседу Грине. Они тоже алкоголики. Зачем алкоголику деньги? Это, конечно, хорошо. Деньги? Вы мне скажите другое. Так, прекратите меня перебивать, слушайте. Ну, не надо нервничать, молодой человек, что вы нервничаете? Не надо кричать. А меня Данил зовут. Да хорошо, Данил. Я не кричал, меня Данил зовут. Хорошо, я это уже поняла. Вы мне подскажите, вы когда общались с моими коллегами, вам удалось разобраться для себя, как это работает и как мы должны были зарабатывать? С кем можно разговаривать и что-то разобраться, если он был пьян? На двое шабата он пьет. Я правильно понял? Конечно, нет. На двое шабата он пьяный. Алло. Я вас понял. Вот оно в чем дело. Я просто как раз вот не вижу от вас активности, поэтому решил связаться с вами лично. Ну хорошо. Слушаю я вас. Я надеюсь, у вас сату... А вид язвый? А вид язвый? Что? Вид язвый? Да. Хорошо, дыхните в трубочку. И пришлите мне результат. Мне надоели алкоголики из вашей компании. Ну, словили, я дыхнул в трубочку. Хорошо, присылайте результат. У меня на этом номере есть WhatsApp. Присылайте результат. Нет, ни в коем случае. Как ни в коем случае? Сначала с вами поговорим, а потом я буду вам результаты присылать. Зачем мне говорить, если вы... Скажите, вы с какой целью... Роза. Надо кричать, точно пьяный.
Вы тогда знаете, что? Не надо кричать. Я вас прекрасно слышу. А вы не фиговый попок, у которой новый любовник. Она тоже так кричит. Розочка, Розочка, солнышко, она кричит: Ромочка, солнышко. Чтобы узнать, что предлагается. Но мне звонят одни алкоголики и даже не хочут прислать мне свою трубочку. Конечно, присылайте трубочку и поговорим по делу. Какую трубочку вам прислать, Роза? Которую вы дышали, чтобы я убедилась, что вы не алкоголик. У вас есть справка о кодировании? Говорите адрес. Хорошо. Говорите на этом адрес. Номере что, есть что, WhatsApp. На этом номере есть WhatsApp. Нет, какой WhatsApp? Я не... А, вы хотите... Я не буду пользоваться. Вы хотите приехать? Записывайте адрес. Алло. Давайте. Москва. Улица Петровка. Дом 30, да, дом 38, Розе Марковне Кацнельбоген. Вы знаете, что на Петровке 38 находится полицейский участок? Конечно, знаю. Именно поэтому туда и присылайте. Там рядом есть еще и вытрезвитель, чтобы вам далеко не надо было ходить. Роза, вам что, заняться нечем? Я не могу понять. Не знаю. Вам что, заняться нечем? Вы пьете с утра на работе? Алло. Ну так мы вас ждем. Мне позвонить в отрезвитель, предупредить, что вам приготовили койку? Алло. Вы мне скажите, а где вы букву Р потеряли? Я ее не теряла. Она изначально была со мной. Нет, она не была с вами. Не была с нами. Ну что ж поделать? Все мы что-то в жизни теряем. Знаете, жизни без потерь не бывает. Это говорит Рэби Израиль. А он очень мудрый человек. Почти как Моисей. А вы в России давно? Всю жизнь. Вы давно в России? Всю жизнь, а ви? Акцент откуда? Или это у вас чувство юмора такое? Из Биюлёва. Вас хоть Роза зовут? Роза Марковна Кацнельбоген. Чудесно. Роза Марковна, дорогуша моя, скажите мне, вы вот оставляли свои контакты у нас. С какой целью? Просто поговорить, да? Хотела узнать, что предлагается, но у вас компания алкоголиков, вы все время пьете. Нет вот тут программы алкоголиков. Как нет? Тогда присылайте вашу трубочку или привозите на Петровку 38, там рядом хороший вытрезвитель. Там даже есть белье на матрасе. Давайте вы мне такси вызовите. Давайте адрес. Сейчас вызовем. Только вряд ли оно доедет в Житомир. Давайте. Алло. Город Москва. Хорошо. Пишите? Пишу. Пресненская набережная, 14. Пресненская набережная, 14. Хорошо. Вы уже начинаете спускаться. Я сейчас вам вызову такси. Мы поедем на Петровку 38, вытрезвитель. Делать вам тест на алкоголь. Потому что ваша компания вся пьяная. Алло. Да. Как ваша компания? А, Quantum System. Вы находитесь? Хорошо. Сейчас мы посмотрим. А вы мне скажите, а зачем вы наше время тратите? Вам не тратите нечего, Роза? Я не трачу ваше время. Вам сколько лет вообще? Вам что, 14 годиков, я не могу понять? Дорогуша, вы обратились в компанию, которая занимается инвестициями. Конечно. Вы какую-то ересь несете. Если вы занимаетесь пьяная инвестициями, это не значит, что вы можете пить с утра. И ваши вам тоже. А кто говорил, что мы пьем? Вы же видите, что вы пьяный. Тем более вы не хотите прислать мне трубочку. Ваш Иван тоже был пьяный. Причем совсем пьяный. Вы хоть немножко поритрезвели. Вы, наверное, пьете Алкозеркс. Это помогает. Хочете вы, моя фига? Вы вот такая вот особенная? Или у вас справочка чуть попозже появилась? Вы знаете, я всегда была особенная. Я всегда отличаюсь от других. Это хорошо. Так
Так вот, если вы хотите вылечиться... Знаете, что лечить психиатрических больниц с отклонениями называют особенными? От алкоголизма я позвоню Перле Бенциановне. Перле Бенциановна очень хороший магазин, она продает алкозекс и вам сделает большую скидку. Да, вылечившись от алкоголизма... Звоните через кран, давайте. Хорошо. Набирайте мне через кран, все, жду, до скорой связи. Молодой человек, вам кранами ящится? Так у вас уже белая гаячка началась? Этот придурок думает, что тетю Розу можно сбить с ее стиля. Идиот. Алло. Алло, Роза, здравствуйте. Здравствуйте. Это новых Виталий с созванивается. Я касательно вашей регистрации по проекту «Газпрома». Вы не заняты сейчас? Какой Виталий? Новых Виталий меня зовут. И просто что? Представился вам, чтобы вы понимали. И что хочет «Газпром»? Нет, по проекту «Газпрома». Вы же сами проходили регистрацию, а знать о методе заработка, правильно? Нет, неправильно. Там было написано, что Абрамович всем гражданам России выплачивает 200 тысяч рублей. Я зарегистрировалась. Причем тут Газпром? Нет. Как нет? Нет. Там нет, было я написано. Я могу прямо сейчас ссылку отправить на данный опрос. Нет, это не, вы не по тому проекту пришли. У нас, точнее, нет такого проекта. Вы пришли у нас в регистрацию, где у вас был опрос. И что? Алло. Алло, Роза, здравствуйте. Алло. Алло. Меня зовут Дмитрий Коров, я финансовый специалист. Звоню по поводу вашей регистрации насчет пункта дохода. Помните, проходили? Это сегодня? Давайте посмотрю, как он... Алло. Алло. Это сегодня? Алло, Роза, вы здесь? Да, я здесь. Это сегодня регистрация была? Вас плохо слышно, повторите еще раз. Это сегодня была регистрация? Да, отлично. Подскажите, был ли у вас ранее опыт в инвестировании? Подождите, регистрация была сегодня? Ну, я получил вашу заявку сегодня. А, ну значит сегодня, да. Все ранее. Все правильно, сегодня, ага. Да. Все правильно. Хорошо, был ли у вас ранее опыт в инвестировании? А вы секретарь Абрамовича? Я не секретарь Абрамовича, я финансовый специалист. Финансовый специалист Абрамовича, я поняла, да. Слушаю вас, но когда Абрамович будет переводить мне деньги, 200 тысяч, которые обещал? Вам обещали деньги за регистрацию? У меня вылезло, что Абрамович мне сегодня переведет 200 тысяч рублей, что он мне должен. Хорошо, пусть переводит. Еще раз, вы читали рекламу, и там да. Написано, что вам переведут 200 тысяч рублей. Абрамович верно? Должен 200 тысяч рублей всем гражданам России. Так вот, пусть переводят. Mm-hmm. Ну, я думаю, что вы немножко невнимательно читали, потому что там как раз-таки написано, что это инвестиционный проект, и у вас есть возможность заработать 200 тысяч рублей. Я не собираюсь зарабатывать. Там написано, что Абрамович должен. Так пусть переводят. Так, ну как раз таки вы можете заработать. Зачем мне зарабатывать? Благодаря вам. Зарабатывать я буду в другом месте. Если Абрамович всем должен, то пусть переводит. Ну хорошо, Роза, вы понимаете, что такое инвестиции и что такое инвестиционный проект, на котором вы оставляли вашу регистрацию? Я не оставляла регистрацию ни на каком проекте. Там было написано, что Абрамович должен денег, мне 200 тысяч рублей. Я могу дать, записывайте номер карты, пусть он переводит. Да. Алло. Ну, это как минимум, да, я вас слышу, Роза, это просто как минимум странно. В нашей рекламе как раз-таки было указано, что 200 тысяч рублей вы можете заработать. Я не собираюсь зарабатывать. В вашей рекламе четко было написано, что Абрамович должен 200 тысяч рублей. Вы получите 200 тысяч рублей от Абрамовича. Ну, я думаю, что вы человек взрослый и понимаете, что просто так деньги никто не раздает, верно? Так он что?
Обещал и не женился? Обещал и не перевел? Возможно. Я не могу утверждать этого, что обещал Абрамович. Но как я могу что? Обещать, что у вас получится. Вы не знаете, что обещает ваш начальник? Я не знаю, что конкретно он обещает. Объясняю. Я повторяю еще раз. Еще раз. Там было написано на сайте. Всплыл сайт этот, как его, ебанер. Вот. И там было написано, что Абрамович каждому граждану России должен 200 тысяч рублей. Записывайте карту. Пусть он переводит уже сейчас. Угу. Ну, то есть, давайте всем представим, посчитаем банально. Какое сейчас население Российской Федерации? Откуда я знаю? Я их что, считаю? Ну хорошо, давайте сейчас вот прикинем, какое может быть население России. Ну, данными за 22 год, это около 144 миллионов. И возьмем что? Обычный калькулятор, 144 миллиона. Угу. 144, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И умножим на 200 тысяч. Увидим, сколько это получится денег. 200 тысяч. А какая и разница? Что, зачем вы считаете деньги Абрамовича? Это около 2 триллионов. А как вы думаете, что? Есть ли у человека 2 триллиона рублей, чтобы выдать каждому граждану Российской Федерации? Если он обещал каждому граждану, пусть выдает. Ну просто вот логично подумайте. 2 триллиона рублей. Зачем мне что-то это думать? Это даже не миллиарда. Зачем мне что-то думать? Пусть выдает. Роза, потому что это нелогично. Нелогично. А что он тогда обещал? Вы будете писать карту или нет? Вы будете писать карту или нет? Да. Я могу записать вашу карту. Пишите. Подождите, мне звонит, наверное, кто-то звонит на другой телефон. Это, наверное, звонит Абрамович. Подождите, пожалуйста. Алло. Хорошо. Диктуйте подождите, вашу карту. Пожалуйста, сейчас, одну секунду. Это, наверное, Ой, он уже не звонит. Одну секунду, сейчас я должна посмотреть. Подождите, пожалуйста. Сейчас. Роза, с кем вы разговариваете? Я ни с кем не разговариваю. Вот мне звонит, наверное, Абрамович. Вы подождите, пожалуйста, я поговорю с ним. Один момент, пожалуйста. Это Абрамович. Это не Абрамович был. И как там? Это был не Абрамович. А, я хотел спросить, как там Абрамович, потому что он... А это был не Абрамович. Это был не Абрамович, это был Йося. Но ничего, пусть звонит не Абрамович, в конце концов. Хорошо. Вот, Роза, подскажите, вот сколько вам лет? 57. 57. Хорошо. Да. Но и вы верите в то, ваши 57 лет, что кто-то даст вам просто так 200 тысяч рублей? Как не кто-то, а Абрамович. Ну, это четверть миллиона. А на что вы потратите эти деньги? Как, значит, вот что? Найду, значит, что потратить, в конце концов. Я отправлю, я женю Моню, своего сына, оплачу свадьбу и отправлю их в свадебное путешествие в Турцию. Угу. Ну, то есть вам нужна такая сумма, чтобы справить свадьбу сына? Но она мне нужна. Вернее, я, конечно, обойдусь и сама. Но если Абрамович предлагает, пусть он переводит 200 тысяч. Я же его за язык не тянула. Хорошо. Ну, насколько я понимаю, вы работаете, верно? Ой, да вам-то какая разница? Абрамович сказал всем, а не только работающим. Я понимаю. Ну вот, вам конкретный вопрос. Вы лично работаете? Абрамович обещал всем. Я знаю, но просто я вас еще раз спрашиваю. Лично вы работаете, либо же вы выплату получаете на пенсии? А зачем это знать Абрамовичу? У него что, очередь? Ну как, он должен знать. Ну он должен знать, кому он отправляет свои деньги. Ах, а допишите, да. Роза Марковна, Роза Марковна Кацнельбоген. У нас с мужем частное ателье. Он портной, а я ему помогаю. Угу. То есть вы предприниматель? Да, предприниматель. Ага, я услышал. Хорошо. А зарплата у вас какая? У меня нет зарплаты, у нас бизнес. Я понял, но все же есть какие,
какая-то прибыль у вас? Конечно, или есть. Убытки? Конечно, есть. Хорошо. Да. Какая? Да вам-то какая разница? Вы же не налоговый инспектор, вы всего-навсего секретарь Абрамовича. Роза, еще раз вам повторяю, Роза Марковна, это нужно для того, чтобы Абрамович знал, кому он отправляет свои деньги. Я то же есть сказала. Доходы граждан. У меня хороший доход. Ладно, пишите 200 тысяч рублей в месяц, у нас дает наше предприятие. 200 тысяч рублей. То есть вы 200 тысяч зарабатываете и хотите еще 200 тысяч просто так, верно? Конечно, он же обещал. Хорошо. Тогда подскажите, вот вы, чтобы заработать 200 тысяч рублей, что вы для этого делаете? Чтобы заработать, я работаю. Мой муж шьет костюмы, конечно, а я покупаю фризелин. Но при чем тут это? Абрамович сказал, что он мне не должен. Так пусть возвращает долг. Поэтому, Роза, я к чему клоню? Что, чтобы заработать 200 тысяч рублей, нужно что-то сделать для этого. Конечно, я с вами не спорю, молодой человек, но он же обещал возвращение долга. Нужно пусть возвращает. Не рук. Совершенно верно, я работаю, не покладая рук, но Абрамович не предлагал мне работу, он говорил, что он должен. И 200 тысяч рублей он должен, пусть переводит. Хорошо, но вот как вы думаете, а почему он обещал это сделать? Откуда же я знаю? Ну вот мне тоже интересно, мне интересно. Как он мог предложить. Но откуда же я знаю, такое? Это же вице-секретарь Абрамовича, а не я. Ну, лично я не секретарь Абрамовича. А где вы работаете? А где вы работаете? Газпром инвестиции. А при чем тут Абрамович? Абрамович купил Газпром инвестиции теперь? Возможно, я не могу это утверждать. Мой начальник не Абрамович конкретно. Но все же я работаю в Газпром инвестициях. Да хорошо, ладно. Ну тогда свяжитесь с Абрамовичем, который у вас разместил свою рекламу, что он всем даст 200 тысяч. Он должен. В конце концов, долги надо возвращать. Хорошо. А вот почему он должен эти 200 тысяч? Вы не задавались этим вопросом? Ну как он должен? Если я сказал, что должен, значит должен. Я же хорошо, его за язык не тянула. Ему есть свое объяснение логическое, верно? Спросите Абрамовича, что вы меня спрашиваете? Это же не я предлагала 200 тысяч возврат долга, а он. Его и спрашиваете. Ну так вы же хотите получить эти 200 тысяч, верно? Конечно, пишите номер карты. Вот. Ну так мне сначала объясните, вот почему вы думаете, что он должен? Потому что он так сказал. Так, а почему он так сказал? Да вы его спрашиваете, почему он так сказал. Хорошо, а почему вы решили, что он должен, потому что он сказал, и вы подумали, что вы должны получить 200 тысяч? Он сказал, что каждому граждану он должен 200 тысяч. Я его за язык не тянула. Так, а почему? Откуда же я знаю? Спрашивайте его, а не меня. Это же не я сказала, а он. Это же не я сказала, а он. Роза, послушайте, то есть если на что-то нужно претендовать, то есть вам нужно выставить какие-то аргументы, почему вы на это претендуете, верно? Потому что он обещал. Обещание, молодой человек, надо сдерживать. И долги надо возвращать. Конечно. Да. Договор, договор дороже денег. Вот он обещал, если он хороший, правильный Абрамович, то тогда пусть возвращает то, что обещал. Ну, конечно. Ну хорошо. Вот, пишите номер карты. Пишите номер карты. Он только на словах это обещал? На словах обещал, конечно. Так, а где вот это написано, что он конкретно должен это отдать? Он так сказал. Ну, Роза, ну там сказать можно что угодно. Вы хотите сказать, что он врет? На деле будет. Вы хотите сказать, что он соврал? Вы хотите сказать, что он соврал? Ну, все возможно. Ну, вы разве никогда не слышали, как политики врут? А и при чем тут политики? Это Абрамович. Ну, так он уже непосредственно связан с политикой. Он работает вместе с государством, поэтому он связан с политикой. А, так это государство мне должно 200 тысяч? Нет, не государство мне должно 200 тысяч. А кто мне должен 200 тысяч? Вы можете заработать благодаря... Вы можете заработать благодаря государству. Я вам как раз-таки предлагаю вложить ваши деньги, чтобы вы могли заработать. Я ничего не собираюсь вкладывать. Мне Абрамович обещал 200 тысяч, и мне без разницы, как он выплатит.
Государством или не государством? Так а почему он должен вам дать эти деньги? Потому что он так сказал. Он так сказал. Я видела это, когда всплыл и банах, и он сказал. Он сказал, что Абрамович... Да, это всплыл банах. Я искала платье. Вернее, я искала ткань для платья для Цили. Нужно было 15 метров белого фатина. Так вот, а потом всплыл Абрамович и сказал, что он должен 200 тысяч каждому граждану России. Так пусть переводит. Вы карту будете писать? То есть вы увидели эту рекламу, услышали самого Абрамовича, что он сказал? Он сказал. Граждану Российской Федерации, я обещаю 200 тысяч рублей. Так конечно. Ага, я понял. А там не было случайно поля для ввода, чтобы вы могли получить непосредственно на этом сайте? Не было, там было оставьте имя, фамилию, телефон. Я оставила. Теперь мне звоните вы и говорите, что вы ничего не знаете. Ну так что? Скажите, я вот не говорю, что я ничего не знаю. Я говорю, как что я сомневаюсь. Но как не знаете? Если вы работаете на Абрамовича, то вы должны знать. Если вы не работаете, вы используете его честное имя и его честные глаза Абрамовича для того, чтобы чего-то свои продавать. Свои вещи. Ну так, Роза, послушайте, Абрамович нам тоже очень много обещает, но это он не совсем такие он и делает, понимаете? Ой, какая разница, что он обещает вам? Главное, что он обещал мне. Ну так а какая разница, что он обещал вам, если он не сдержит обещание мне? Не сдержит, а значит не сдержит. Хорошо. Вот, хорошо, я сделаю так. Он к председателю куратор еврейских общин России. Я обращусь туда. Так. Вот. Хорошо, вот вы непосредственно, вы у него таки спросите, а почему же он обещал, и таки он не выплатил? Я не знаю, почему таки он не выплатил. Потому что вы отказываетесь записывать мою карту. Пишите карту. Так и Роза, но зачем мне ваша карта, и что я буду с ней делать? Отправить ее Абрамовичу, ну. Так, а он что будет с ней делать? Выплатит мне 200 тысяч, которые обещал. Ну так вы должны обратиться непосредственно к нему и сказать, ну вот вы обещали, а где наши такие деньги? Хорошо, я обязательно обращусь, он куратор еврейских общин, я обязательно обращусь. Хорошо, но вы только не забудьте, вы обязательно обратитесь, ну потому что это такие 200 тысяч. Такие 200 тысяч. Они с неба не падают. Конечно, не падают. И на деревьях не растут. Не растут, Абрамович обещал. Может, у него что-то где-то и растет, но это меня не касается. Да. Ну, я тоже думаю, что он как бы не печатает деньги и на деревьях не собирает. Ай, какая разница, где он бьет их? Мне это неинтересно. А что интересно? Чтобы он перевел 200 тысяч, которые обещал. Вот был... Роза, вы меня таки тоже заинтересовали. Я тоже уже хочу получить свои 200 тысяч. Ну хорошо. Как это так? Я работаю. Я работаю на него, а денег я 200 тысяч и так и не увидел. А, таки вы на него работаете или таки не работаете? Если вы на него работаете, то позвоните ему, и пусть он вам тоже даст 200 тысяч. Ну, как только возьму его номер телефона, так смогу с ним поговорить. Потому хорошо. Что он очень занятой человек. Я думаю, конечно. Вы это понимаете. Понимаю, да, найдите его, он там какой-нибудь в Одноклассниках где-нибудь есть, наверное. Или обратитесь тоже в еврейские общины. Он курирует еврейские общины на территории России. Я думаю, что можно таки попробовать. Давайте. За спрос не бьют нос, конечно, верно? За спрос денег пока что не берут, поэтому пишите номер карты моей. А зачем мне ваш номер карты, Роза? Ну, вы же будете, я буду с ним делать? Будете писать Абрамовичу, чтобы вам два раза, что называется, не вставать. Чтобы два раза не вставать, тогда вас запишу и скажу, и номер моей карты давайте. Роза, а вот если он не ответит, что мне будет? Ну, что тогда, мне делать, значит, с вашей картой? Тогда вы мне перезвоните, и я напишу вашу карту в Федерацию еврейских общин.
Ну так давайте, Роза, я сначала таки обращусь к Абрамовичу. Если хорошо. Он мне ответит, так я и с вами свяжусь. Хорошо, если он вас вам ответит, перезванивайте мне. Если он не ответит, хорошо, тоже перезванивайте. Мы будем искать его через конгресс еврейских общин. Он там точно не спрячется. Договорились, мы с вами, Роза, тогда мы с вами на связи. Конечно. Вам тоже всего светит 200 тысяч, молодой человек. Не упускайте свой шанс. Именно поэтому это такие 200 тысяч, я буду добиваться своих. Конечно, денег. Давайте вместе, давайте объединим наши усилия. Вместе, да. Звоните Абрамовичу, я тоже буду ему писать. Выбивать свои ваши деньги. Конечно, давайте. Тогда будем, Роза, вместе обязательно работать. Обязательно будем вместе. Звоните, не пропадайте, пожалуйста. Хорошо, договорились. Договорились, да. Ну, на самом деле, придурь полная и абсолютный трэш и бред. Дело все в том, что действительно у меня вылезла одна рекламка. Обычно какой-то там... Он был то Абрамов какой-то, теперь он еще какой-то Харитонов. А в этот раз почему-то вылезла не с ним реклама, а с Абрамовичем. И реально было написано, что Абрамович выплатит всем гражданам России 200 по 200 тысяч рублей. Вот реально была такая реклама. Я до такого бы даже я не могла додуматься с моей богатой фантазией. Ну, что называется, нарисовали, получайте. И таки да, данный контент не имеет никакого отношения к Роману Абрамовичу. Это все сделано ради прикола и троллинга Машни. Алло. Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Роза, это вы? Это я. На вашем все в порядке у вас? Йося? Ты что ли? Чего? Нет. Йося, денег не дам. Какой Йося? Какой Йося? У меня один племянник Йося, так денег я не дам тебе, Йося. Я не Йося, Роза, не чуть-чуть. Иди к Сигизмунд Лазаревичу, может быть, он тебе даст. Ну кто так звонит? Так звонит только Йося. Вот. Йося, не надо из себя что-то изображать. Денег я тебе не дам. Дорогая моя, у вас приступы шизофрении, успокойтесь. О, Йося, да, точно. Понятно. Точно у тебя в голове опять бегают тараканы. Йося, ты забыл таблеточки? Иди к Сигизмунду Лазаревичу, он тебе нормальный денег даст и вылечит. Зачем ты мне звонишь? Йося. Потому что он Йося. Человеку жизнь испортили. С таким именем его в школе будут обижать. Вы чего? Он хороший мальчик, он уже давно закончил школу. А причем тут хороший? Никому хороший не интересный, понимаете? Его будут пользоваться ним, обижать и унижать. Йося хороший мальчик. Если тебе нужны денег, Йося... Если тебе нужны денег, иди к Сигизмунду Лазаревичу. Поймайте тишину. Или в конце концов устройся на биржу труда, Йося. Это не прилично. Ты посмотри, как ты запустил свою квартиру, Йося. У тебя вообще драные обои. У тебя протекает унитаз. И вода течет из твоего унитаза, течет прямо на голову в унитаз старого Исаака. А он очень недоволен, он не может есть мацу. У него печень, почки и давление. Что ты делаешь, Йося? Почини унитаз, в конце концов. Тебе уже давали деньги на то, чтобы поменять прокладку. Алло. Алло. Да. 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 Алло. Это оно так и получается, в общем, да, и в целом. Что получается, Йося? У тебя ничего никогда не получается, ты шлемазл. Ну почему так? Потому что ты шлемазл, но что я могу поделать, если ты такой уродился у своей мамы? Так а что, оскорбление? Ну а что ты хочешь? Ты звонишь и клянчишь денег, и ты не можешь починить унитаз, он протекает прямо в квартиру старого Исаака. Иди почини унитаз. Так а Исаак
как не против? Как не против? Он не может есть мацу и жалуется каждый день. Зачем ему твоя моча? У него есть свой кот, который мочится столько, сколько и ты. Ему твоя моча не нужна, у него есть свой кот, который писает в тапки. Увлажнение было воздуха в квартире. Который писает... Ой, если ты хочешь что-то увлажнять, иди пописай себе в тапки. Зачем ты писаешь на голову старому Йосифу? Иди пописай себе в тапки, и тебе будет увлажнение. Йосиф ведь у меня сейчас живет. Какой Йосиф? Как он может жить у тебя, когда он живет сейчас у меня? Ниже этажом. Ну как это? В нашем подъезде. Только не на пятом этаже, а на четвертом. А я как могу повлиять на эту ситуацию? Я не знаю, как ты можешь. Почини, в конце концов, унитаз. И Исаак, и Йосиф будут очень рады. Так у меня его нету. Как я нету? Я уже вывез. Ты уже вывез его? А куда ты писаешь? В тапки? Как кот? Нет. А куда? Нет. А то унитаз ведь остался слив. Чего? А то унитаз ведь остался слив. А, ты спьям туда? А как ты туда засовываешь свой тухис, когда ходишь по-большому? Твой тухис туда не пролезет. Как ты в унитазный слив засовываешь свой тухис? У вас все деньги сейчас с телефона, понимаете? Давай, попробуй. Чем больше вы говорите, тем больше вы денег будете попробуй. Отдавать в кредит. Давай, попробуй. Давай, списывай. Вы уже скажите «да». Чего? Чего ты хочешь? Слово, да. Ты хочешь что делать? Списывать деньги? Ну попробуй. Вы? Это я. Я уже списываю. Давай, вперед. Да-да. Чего? Списывай. Какой храбрый поц. Из себя что-то пытается изображать. Пытается изображать из себя, что он телефонная компания. Он такая же телефонная компания, как я, китайский император. Ты где? Говорите. Я могу говорить очень долго. Ты знаешь, я тебе расскажу одну вещь. У меня был знакомый Лома. А, я тебя кормлю? Каким образом? Я тебе в прошлый раз, это было 2 года назад, немножко дала форшмак. Так ты потом говорил, что у тебя болит живот. Потому что не надо есть всякую дрянь. Лё. Списывай деньги. Шлемазл. Может, хоть так заработаешь. Поставишь себе обратно унитаз и не будешь писать в тапки. Лё, пропал, что ли? Не-не, я тут. Хорошо. Что ты хочешь? Денег не дам. Если тебе нужны таблетки, иди к Сигизмунду Лазаревичу. К сестре его из Кишинева. Она привезла хорошую долму из Кишинева, может, она тебя накормит. Лё. Продолжайте, продолжайте. Зачем? Денег не дам. Розочка, чего замолчали? Давайте, давайте, несите дальше ерунду. Зачем тебе что-то нести? Иди сам возьми. Но, правда, больше, чем на помойке, ты взять ничего не можешь. Хорошо, хорошо. Замечательно. А посмотрите, вам смс-очка придет сейчас. Секунду. Ну, наверное, придет. Проверяйте, Билайн. Сейчас посмотрим, подожди. Кто-то поедет, наверное. Ничего не пришло. Ты такой шлемазл? Да не рассказывайте мне сказку, смотрите внимательно. Ну что? О, таки смог. Ну хорошо. Кот от Билайн. И что ты хочешь? О, пришел, да? Все,
благодарю. Благодарю вас. И чего ты можешь сделать с этим кодом Шлемазл? Ну, попробуй. И что ты будешь делать? Все, Роза, благодарю вас. Хорошего дня. Спасибо. Прощай. Ну, а дальше этот придурок пытался взломать мой личный кабинет от Билайна. Что совершенно, в общем-то, малореально с его стороны, с учетом того, что, естественно, никаких кодов от личного кабинета говорить мошенникам нельзя. Единственный вариант, как мошенники могут получить код от входа вашего личного кабинета, например, в Билайн, про другие компании не знаю, это если вы в режиме демонстрации экрана с ним разговариваете, демонстрируете ему свой экран, при этом у вас симка и, например, Telegram или WhatsApp, на котором вы демонстрируете личный кабинет, находится на одном устройстве. Тогда СМС может прийти, и как всплывающее окно, например, мошенник может это увидеть через демонстрацию экрана, который вы делаете, например, в Телеграме или WhatsApp. Поэтому в таких случаях рекомендуется ставить симку на один телефон для мошенников специальный, отдельный, а WhatsApp или Telegram к этому номеру скачивать на другой девайс, чтобы спокойно демонстрировать там свой экран, и всплывающие окна мошенник не видел, потому что они будут приходить у вас на тот телефон, на котором установлена симка. Ну и вообще разговаривать с мошенниками надо исключительно на тех телефонах, на которых у вас абсолютно ничего не установлено. Никакие приложения. Ну, ни в коем случае ни банки, ни госуслуги, ничего. Алло. Да, Роза, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я представлюсь, меня зовут Алимов Даниил, приятно познакомиться. Роза, звоню вам по важному вопросу. Вижу то, что вчера регистрацию у нас в компании оставляли, интересовались заработком, дополнительным доходом, правильно? Правильно, нам нужна квартира в Рязани. Что ж, вам нужна квартира в Рязани, да? Да. Ну, слушайте, запрос у вас нескромный, Роза. Как нескромные. В первую очередь. Я не могу оставить мальчика одного. Как это нескромно. Какого мальчика? Как какого? Фиму. Сына? Ничего себе, Роза. Фиму, да. 55 лет. Ну, слушайте, замечательный возраст у вас. Я думаю, что у вас все получится. Конечно. А вы мне вот подскажите, вы к нам... А вы к нам с какой целью обратились? Я же сказала, нам нужно срочно купить квартиру в Рязани. На первый взнос нужно 1 000 000. У нас есть половина. А. Есть половина. Но это уже хорошо. Это да, уже потому хорошо. Что Фима Роза, собирается вы... поступать в Рязанское воздушно-десантное училище. Я не могу оставить мальчика одного. Нам нужна квартира в Рязани, чтобы кто-то из нас жил в Рязани. Я думаю, что это поедет сестра Сигизмунда Марковича из Кишинева. Она будет пересматривать за Фимой. Я понял вас, Роза, я понял. Она все равно приезжает хорошо. Из Кишинева, так пусть из Кишинева живет в Рязань. Понял вас, Роза, понял вас. Хорошо, давайте тогда как мы сами сделаем, Роза, вы мне подскажите, вы WhatsApp-ом пользуетесь? Пользуюсь, а что вы хотите? Ну, для начала сохранить ваш рабочий, точнее, сохранить ваш номер для того, чтобы вы со мной имели обратную связь. Хорошо. Вы также сохраните мой рабочий номер. Хорошо, а вы какая компания? Инвестиционный центр. Так и называется инвестиционный центр? Если брать полное название, то центр финансовых инвестиций и трейдинга. Центр финансовых инвестиций и трейдинга. Хорошо. И что вы предлагаете в инвестициях? Торговлю на бирже. А, торговлю на бирже. Ой, это я знаю.
мой прадедушка, мой прадедушка Яков имел тоже на бирже, купил на бирже, ой, это не на бирже было, акции компании Хойх. Они у него лежали в портфеле. Ага. Да. Он так и говорил, у меня есть портфель. Портфель был из хорошей, из телячьей кожи, а потом он куда-то пропал. Вместе с Хойхом. Понятно. Так а вы какие акции хотите купить? Я хочу купить самые выгодные акции, потому что Фима уже скоро поедет в Рязань. Я понял, а у вас случайно нету сестры, Роза? Сестры? Конечно, есть. Я понял. А она ваша близняшка? Нет. Нет? Нет. Вы знаете, складывается такое чувство, что мы с вами общались буквально месяц назад. Конечно. И что вы хотели? Наверное, общались. Наверное, общались. Только вас месяц назад немного по-другому звали. Как меня звали месяц назад? Ведь что, думаете, я меняла имя? Как меня звали месяц назад? Ведь что? Вероника вас назвали, да, месяц назад? Вероника меня не звали никогда. Меня называли по-разному. Да. Меня называли солнышко, золото, кусок. Меня называли рыбка моя, птичка моя. Но Вероникой меня не называли никогда. Я понял, Роза. Да. Давайте тогда на WhatsApp сейчас созвонимся, вот чтобы я вам наглядно все показал, объяснил. У вас WhatsApp. А какая фамилия была у той Вероники? Без понятия. Не знаю. Что она от вас хотела? Инвестировать так же, как и вы. И что, она успешно инвестирует? Не инвестирует. А что было не так? Почему это не понравилось Веронике? Без понятия, не знаю. Не захотела. Хотела, потом перехотела. Ой, я должна найти вы эту... так же будете делать? Я должна найти эту Веронику и спросить, что ей не понравилось. А зачем вам ее искать? Ну, чтобы иметь хорошее, разумное мнение, альтернативное. Я понял, Роза. Так, а вы вообще какую сумму хотели бы проинвестировать? Я же сказала, чтобы купить квартиру в Рязани и быть рядом с Фимой, пока он учится в десантном училище, надо иметь на первый взнос 1 миллион рублей. Но 500 тысяч у нас уже есть. Понял. И дайте мне таки телефон этой Вероники. Я хочу пообщаться. Недовольный клиент всегда дает много полезной информации. А ну сейчас, одну секунду, я у себя поищу в WhatsApp и продиктую, не отключайтесь. Хорошо, я буду ждать. Алло. Алло. Да, Роза, сколько вам лет? Я же говорила, 55. Вы уже забыли? Если у вас проблемы, ну да, если у вас проблемы с памятью, то моя подруга Фира, она пришлет вам вимпоцетин. Он очень полезен. И еще орехи грецкие. Кого? Вимпоцетин. Это хорошо для памяти. А еще грецкие орехи. Понятно. Давайте телефон Вероники. Давайте телефон Вероники. Да подождите вы с Вероникой. Я говорю, часто вообще регистрацию оставляете? Я не часто. Я плохо пользуюсь компьютером. Но вполне возможно, это Фима. Фима? Фима. Мой сыночек Фима. Фима? Ефим, да. Да. Он, возможно, что-то оставлял. Но давайте телефон Вероники, в конце концов. Я хочу поговорить с Вероникой. Как зачем? Записывайте. Пишу. А куда пишете? Да пишу на телефон. Пишу. Сейчас, давайте. Давайте. 978. 978. 891. 978. 891. 1153. 978. 891. 1153.
неизвестный номер. Я сейчас посмотрела у себя в контактах. Я не знаю эту Веронику, но обязательно ей позвоню. Окей. Алло. И что вы будете ей говорить? Я спрошу у нее, почему у нее не сложилась любовь с вами. Что ей не понравилось? Я понял. А вы думаете, что у нас должна была сложиться с ней любовь? Ну, конечно. Какие же деньги без любви? Деньги – это любовь. Деньги без любви. Любовь без денег не бывает. Деньги без любви бывают, а любовь без денег нет. Да, ну перестаньте, ну как это? Неправда это все. Ай. Уверен, неправда. 100%. Ты. Ну что, ай? Ну что? Ну вы видели хоть раз такое? Я уверен, что нет. Ай, вы хотите сказать, что вы, ваши девушки не получают от вас никаких денег? В смысле, получают, конечно. Ну вот видите. Но она и сама работает. Знать. Ну так подожди. Если она получает от вас деньги. Что-то взамен, правильно? Ну правильно, она вам дает взамен свою любовь, а вы даете ей взамен деньги. Все правильно. Я же и говорю, любви без денег не бывает. Нет, неправильно. Подождите. А как? Да, ну перестаньте, ну как это? Ну так это не так. Вы же сказали, что вы даете вашим девушкам деньги. Послушайте. Да. Правильно, правильно. Но послушайте меня теперь. Смотрите, я когда начинал с ней встречаться, у меня не было ничего, от слова совсем, вообще. Был даже такой период, что она меня обеспечивала, потому что у меня ничего не получалось. Все, за что я брался, оно шло не туда, там не сложилось, там еще что-то. У меня денег не было, по факту, вообще. От слова совсем, мы жили в съемной квартире, этой квартире, в комнате жили. Мы даже квартиру не могли себе позволить. И она все оплачивала? Любила она меня просто так, понимаете? Она все оплачивала, ну, конечно, за вас? Конечно. А то есть это вы любили ее за деньги? Ну, такое было, да. Вы любили ее за деньги? Нет, как нет. Почему у вас сводится все? Вас, скажите, вас когда-то кто-то использовал или что? Скажите, пожалуйста, если она все оплачивала за вас, значит, это вы любили ее за деньги, а теперь она любит вас за деньги, так? Ну, смотрите, нет. А теперь как? Давайте разберемся. Если я любил ее за деньги, почему в моменте, когда я начал зарабатывать больше, намного больше, в разы, в десятки раз больше, чем она, почему я до сих пор продолжаю с ней жить? Я же любил ее за деньги, по вашей логике, правильно? А теперь она любит вас за деньги, все правильно. Это правильный гешефт. Так а я же ее не люблю. Я же ее за деньги люблю, тогда у нее сейчас денег нет. Зачем мне сейчас с ней жить? Ой, господи, вы такой бред несете. Вы ее не любите? А зачем вы с ней живете? Молодой человек. Да. Если вы хотите любить кого-то за деньги, так это есть профессия, называется проститутка. Вот я про это и говорю, что она любила вас за деньги, и вы любили ее за деньги. Все правильно. Я говорю, нет. Вы наверное, чуть-чуть неправильно сами сказали. И неправильно пищу к носу ставите, понимаете? Нет. Так вы же неправильно все. Все правильно, все, как вы мне сказали. Сначала вы любили ее за деньги, теперь она любит вас за деньги. Ну да, это все верно. Это вы говорите, что я говорю, за деньги, понимаете? Это вы говорите, а не я говорю. Ну так это вы, значит, конечно, вы это я деньги. Говорю, это потому что мне 55 лет. Правильно? Я прожила много, и я прекрасно понимаю, кто кого любит. Все, я понял. И у вас в жизни ничего не получилось, вы ничего не добились, вы не смогли найти мужика, который будет любить вас. У меня двое мальчиков. Старая бабка. У меня двое мальчиков. Моня и Фима, и дочка Рахим. Которым вы ничего дать не можете. У меня трое детей. Которым вы ничего дать не можете. Все правильно. Моня уже женат на Циле. И еще у него есть двое мальчиков. Изи и Рома. Правильно. А дочки старого Гепчика. Рахим живет в Америке. А Фима, самый младший, хочет поступать в Рязанскую воздушно-десантную академию. Молодой человек, не надо изображать из себя Винни-Пуха. Вы закончили? У вас такое же количество мозгов, как у Винни-Пуха? У вас словесный понос. У вас в голове опилки? Вы же не останавливаетесь. А тогда понятно, почему у вас любят за деньги. Господи, а тогда понятно. Да конечно. А где вы так разговаривать научились, скажите мне? Как и где? Конечно.
Я всегда так говорила. Мой дедушка профессор Блюфштейн. Как ТПшка? Прадедушка профессор Блюфштейн лечил от геморроя начальника одесского ЧК в 1929 году. Начальника... И этот придурок, он думает, что он сможет переговорить тетю Розу. Глубоко ошибается. Еще никому этого не удавалось. И, кстати, да, вот Вероника, я никогда не представлялась, и номер мне глубоко неизвестный. Возможно, кто-то их еще троллил примерно с таким же акцентом. Всем шая Гоцман, тот самый Гоцман, и мордой в землю попрошу вас полежать. И не балуем, Лёша, пакуем, а я поехал сестре Розе помогать. Там что-то моня, как всегда, доводит Розу до греха. Канал МАФ благодарит всех, кто принял участие в его жизни донатом, лайком, уместным комментарием. Благодаря вашей активности у нас не пропадает желание творить. Всем всего доброго и не давайте себя одурачить.